Доброе утро! Добро пожаловать на нашу встречу дистрибьюторов. Мы проводим этот инструктажный раз за год. Обычно встречаемся, обнимаемся, разговариваем, смеемся, учимся и наполняемся энергией. Реальность продиктовала нам другое поведение, и поэтому вместо того, чтобы отказываться от инструктажа, мы решили превратить ситуацию в такую, чтобы мы от нее могли только выиграть. Наша виртуальная встреча позволила привести вам в Zoom многих известных людей с мира, и вам не придется выходить из дома. Сегодня утром мы услышим Кая Котлера, который расскажет нам о том, что происходит в Дженесе в Европе и на Ближнем Востоке, здесь, в нашем регионе, где мы находимся, Скотт Льюис, главный директор нашего видения, который расскажет о видении компании Дженес, о том, что он думает, какой должен быть наш путь вперед. Доктор Амзалик будет говорить о системе теломеров. Люси нас научит, как надо вести себя в компании дистрибьюторов и каким образом получить максимальные результаты. Сами Витцнер будут говорить о важности дублирования. Денис Уизок будет говорить о работе из любого места, как можно превратить ее в успех. Роланд тоже нас научит, каким образом построить бизнес в ситуации нынешней реальности. И нас также научит, каким образом создать нашу мечту и подготовить мечту к реальности. И, как всегда, в рамках традиции у нас будет лотерея, и вы должны заполнить бланк, который находится в линке, который мы сейчас вам представим. А сейчас, для того, чтобы начать, я хотел бы передать эфир одному из людей, который нас радует на каждом мероприятии, наших международных мероприятиях, Риджи Райкон. Привет, как дела, парень, как у меня все замечательно, как здорово тебя видеть. И тебя тоже здорово видеть, я так волнована, потому что не только у нас будет потрясающе сегодня, но и я, мне хочу спросить, я надеюсь, что вы, ребята, готовы выиграть потрясающий предмет, который у нас есть, и если вы только будете писать, то я не могу. Райан, Диджей Ран, там так меня называют. Я работаю с Джанет уже 5 лет, на самом деле, путешествую по всему миру. И провожу самые крупные мероприятия Джанет по всему миру, как моя работа. Все так, чтобы вы были хорошей энергией, чтобы вы были в хорошем настроении. Я бы поднимала только такие советы, что нам стоит начать. Первая игра сегодня называется Джанет Лотерея. Что вам надо сказать? Смотрите, откройте ноутбук, возьмите ручки, потому что я вам задам три вопроса. Вы должны записать, и потом в течение сегодняшнего шоу вы должны найти ответ. Когда у вас будут ответы, вам надо ответить на страницу Facebook. Вот так вот это называется GNS Global Israel. Это адрес. И в этот видео лайв-стрим вы будете писать ответы на три вопроса, которые я вам задам сейчас. Потом вот, и первый, кто это правильно, получит приз. Вы, наверное, спрашиваете себя, как вы слышите, что я дам вам. Ну, какие у нас сегодня приз? Мы раздаем коробку резерва. Да, у нас коробка резерва, смотрите. Целая коробка резерва. Так что, если вы первый ответите на все мои вопросы, вы выиграете следующую коробку резерва. Вот она у меня в руках. Мы отправим ее вам на дом. Давайте перейдем к вопросу номер один. И... Вопрос первый. Каков основной элемент в продукте Vitacell? Основной компонент в продукте Vitacell. Многие на этот шоу, так что запишите, дайте ответ на этот вопрос и следите. Еще 10 секунд, запишите этот вопрос. Каков основной компонент в продукте Vitacell? Следующий вопрос. Номер два. Каков второй этап из пяти этапов дублирования Фабиана Пинцера? У Фабиана Пинцера есть 5 этапов дублирования. Мы хотим узнать, какой второй этап его цикла дублирования, состоящих из 5 этапов. Вы это узнаете сегодня в нашем шоу. Второй этап из 5 этапов дублирования Фабиана Пинцера. И третий вопрос. Вы готовы? Какой адрес мейла вы можете... На каком адресе мейла вы можете найти
различные коммерческие публикации компании GNS. Я хочу знать, где вы можете найти коммерческие публикации компании GNS. Если вы знаете, вот ответите на эти вопросы, идите на страничку Facebook. Первый человек, который правильно ответит на все три вопроса, получит коробку резерва. А сейчас возвращаемся к тебе, Дени. Спасибо большое, диджей Ранка. Всегда потрясающе, замечательно тебя видеть и слышать. Я уверен, что все будут участвовать в этой лотерее, и что все сейчас прыгают со стульев и бегут скорее заполнять ответы. Ну что ж, следующий выступающий, следующий гость. Перехожу на иврит, это на английском, а сейчас на иврите. Человек, с которым я вместе строю стратегию и план независимых строителей бизнеса, и вместе с ним я разрабатываю шаги для Восточной Европы и для Израиля. И мы благодаря ему преуспеваем год за годом. У него есть долгие годы опыта в сетевом маркетинге, и он знает район Европы и Ближнего Востока годами и делает это потрясающе. Я рад вам представить Кайла Копленда, президента региона Европы и Ближнего Востока компании GNS. Я очень рад, что ты будешь сегодня с нами, Кайл. Я рад, что ты посвятил нам время для того, чтобы присоединиться к нам и будешь разговаривать с нами. Пожалуйста, продолжай сейчас. First of all, the thing that I'm so excited about is to tell you about some of the success that we've had. Успех, который у нас был на этих мероприятиях, не случайно, потому что вся эта ситуация, когда была ситуация коронавируса, мы должны были быстро реагировать и стать компанией, которая не может уже встречаться лично, но которая должна перестроиться. К сожалению, мы вынуждены были разработать новую платформу, но у нас есть потрясающая команда, с которой мы работаем, и поэтому они провели замечательную работу. И я, это все менеджеры, которые работают в прямом эфире, которые у нас есть переключицы, которые работают и переводят на несколько языков, но у нас есть много людей, которые смотрят эти мероприятия в прямом эфире. У нас есть более 46 тысяч человек, которые смотрят сейчас, проводят мероприятия в прямом эфире. У нас есть 328 тысяч просмотров на нашей страничке Facebook и более 104 тысячи уникальных людей, которые смотрят нашу передачу, наш эфир, так что мы рады тем, мы гордимся тем, что мы делаем. Это успешно, мы будем продолжать это делать. И это мероприятие не первое. Мы будем проводить GNS мероприятие. Мы расскажем о том, куда мы идем и чего мы можем достичь в данной ситуации. И потом будем говорить о GNS университете и что это такое. Но мы хотим в первую очередь, чтобы содержание было приятным и интересным. Мы хотим, чтобы вы сказали, что вы рады, что вы присоединились к этому мероприятию, и будем работать. Это тяжело для того, чтобы проводить прекрасные мероприятия для всех вас. Ну что ж, я это сказал, и я всегда люблю говорить об успехе, который у нас есть в нашем регионе, и у нас успеха немало. И я также люблю говорить о 10 рынках, 2 рынках, и я быстро сейчас это посмотрю, и каждый месяц у нас есть такая вот статистика, мы публикуем это, вы можете видеть ведущие рынки, так сказать, вы можете видеть, попал ли в этот рынок десятку ведущих рынков. На 10 месте у нас Великобритания находится, на 9 месте Швейцария, на 8 месте Венгрия, есть Российская Федерация, на 6 месте Египет, на 5 Турция, на 4 Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты на 3 месте, на 2 месте Германия. И у нас победитель, первое место у нас Италия. И мне нравится, что я вижу такую ситуацию. Я вижу, что Италия и Германия возвращаются, занимают места в первой ведущей десятке, потому что они имели огромный успех, и несмотря на эту ситуацию, Италия возвращается. Опять-таки, страна номер один, я поздравляю. Поздравляю всех ведущих десятков. Вообще поздравляю всех все наши рынки. Если вы находитесь в других странах, даже если у вас нет десятки, я уверен, что каждый из вас испытал этот успех, и я думаю, что всегда есть шанс продвинуться, так что вы все делаете потрясающую работу, и я горжусь тем, что вы делаете. Мы, если вы посмотрите на продажи в нашем регионе, вы сравните май 2020 года с маем 2019 года, увидите рост в составляющей 62%, то есть мы продолжаем расти, мы продолжаем преуспевать, и
Опять же, я хотел бы поздравить всех вас за то, что вы делаете. Это становится одним из крупнейших рынков. Вы видите, май по сравнению с апрелем 2020 года. Посмотрите, был май потрясающий месяц. Вы видите, какие проценты, какой замечательный рост. Как есть, например, у нас есть здесь Ирландия, у нас есть Турция. Да, и мы видим рынки, мы видим, какие хорошие данные были покупки. Лучшие рынки, которые, где подключились больше всего участников, Египет, больше всего людей подключились к компании в этом регионе. Италия на втором месте, Саудовская Аравия третье место, четвертое место, Германия пятое место, Великобритания шестая, Российская Федерация шестое место, Венгрия седьмое, восьмое Италия, Великобритания девятое место и десятое Португалия. Потрясающая работа, это подключение новых строителей бизнеса. И самые крупнейшие рынки у нас, как вы видите, Нидерланды, у нас рост составил 123%, потом Турция у нас, Катар, Финляндия, Испания, Дания, Египет, Швеция, Бельгия и Саудовская Аравия. Наши лучшие рынки, которые продают больше всего продукции. Умная поставка, опять же, вы видите, первая Италия, вторая Германия, потом у нас Венгрия, Российская Федерация, это май 2020 года эти данные. Мая по апрель 2020 год у нас есть число подписавшихся, которое выросло на 18%. Нам это важно, потому что в истории этого региона за последнее время это лучшие данные. И все еще мы растем, потому что в апреле у нас был хорошим месяцем. И видите, до мая мы увеличили наши данные на 15%. Так что мне очень нравится, что мы подписываем столько людей, что они присоединяются к нашей семье. У нас тоже есть новый запуск новых продуктов. Новые продукты. Я знаю, что многие заслужили в этой продукции. Я получил кучу мейлов и кучу сообщений с вопросами. Когда же мы получим эту продукцию? Вы спрашиваете, в ваших странах? Так что все, что я слышал от наших лидеров бизнеса, это то, что им нравится, это этот продукт потрясающий, им нравится эта консистенция, помогает проблемы. И так что мы очень рады, что у нас есть эта продукция. И я могу вам сказать, что мы в будущем мы хотим такие вот продукцию Труну запустить по всему региону. К сожалению, здесь, не всегда это идет легко, но если у вас есть друзья в Турции, возможно, они вам пару коробочек смогут как-то прислать или отложить. В любом случае, это достаточно успешный продукт. И, кроме того, у нас есть многие продвижения различных продуктов. Например, нынешнее продвижение программ. У нас есть Diamond, так называемый Diamond Vision. То есть это программа, охватывающая май и июнь нынешнего года. Пока что это потрясающе. Мне сказали, на самом деле, и я думаю, что меня поправят, если я ошибаюсь, но я так понимаю, что это, в этом регионе у нас больше всего победителей. Мы ожидаем 1200 победителей в этой программе. Более чем 480 тысяч в сумме денег, так сказать, это сумма денег, которую они получили в качестве бонуса. Это в Европе, на Ближнем Востоке, так что это потрясающий успех и огромные положительные энергии. И кроме этого, мы запустили одну программу поощрения. И вы знаете, в прошлом у нас было, так сказать, продвижение по АПО, когда было принято решение, но потом оно отложено, так сказать, здесь продвижение по АПО. Некоторые люди ко мне обратились и сказали: «Кайл, у нас столько новых людей сейчас подключились к нашей семье, которые хотят отправиться в АПО, в этот квиз, но сейчас пока что программа, вот это продвижение остановилось. Что же нам делать?» Так мы решили, давайте пока что откроем эту возможность и подключим как можно больше людей для того, чтобы они присоединились к программе КАБУ, для того, чтобы они были здесь, потому что я очень хотел бы, чтобы вы посетили это потрясающее место в КАБУ, так сказать, это такой вот порт, куда стоит приехать, где можно работать, я хочу видеть там тысячи людей. То же самое с Мэп Круз, так сказать, у нас есть тоже круиз, который говорили, люди спрашивали, кто будет частью круиза, кто будет, мы открыли, так сказать, эту запись, и сейчас КАБУ и круиз все будут открыты на ближайшие 4 месяца, так что вы можете узнать об этом информацию. Кроме этого, мы запустили различные другие программы, так сказать, возможности для того, чтобы вы записались на круиз или в КАБУ. Вы, например, есть какие-то программы, которые были запущены на короткое время, так что я хочу, чтобы вы связались с вашими местными офисами, местными представительствами, для того, чтобы узнали, как можно записаться на эти потрясающие поездки и участвовать в этих мероприятиях. Основные, так сказать, идеи, так сказать, есть какие-то пакеты, видите, пакеты, предложения, и таким образом вы можете пройти квалификацию, записаться, это тоже будет достаточно важно узнать, я думаю, что стоит вам поговорить с представителями ваших местных офисов. У нас также есть продвижение продукции в Финити.
да, 2 плюс 1 упаковка Affinity в подарок. Потрясающий продукт, вы это знаете. А это кое-что, что вам тоже узнать. Потому что многие представители различных офисов говорили, что есть такая программа, которая стоит продлить. Так что большое спасибо этому Скотт Льюис, который позволил нам продолжить эту программу. И мы продолжим, и у нас есть тысячи людей, которые присоединяются к этой программе и к нашей семье. Спасибо, спасибо большое, спасибо, Кайл, за эту важную информацию, которую нам сейчас передал. И мы... Это потрясающие, потрясающие новости. Это, они указывают на огромный успех. Большое спасибо за твое время. Спасибо за то, что ты был с нами. Следующий человек, который хочу вам представить. Мне выпала большая честь поговорить с этим человеком, потому что он привел компанию к нынешнему успеху с первого дня создания компании. Этот человек, который дает надежду и дистрибьюторам по всему миру, представителям компании. Это огромная честь для меня представить Скотта Льюиса, главного директора компании, который отвечает за продажи. Скотт, привет! Я очень рад, что ты находишься с нами сейчас в университете Дженнес, и ты посвятил время для того, чтобы быть с нами. Так что, как говорится, слово тебе сейчас. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы остались. Мне нравится, что я нахожусь с вами. Я вам благодарен за эту возможность, за то, что вы здесь, дошли время, и за вашу страсть, с которой вы относитесь к нашей компании. И это путешествие, которое мы проходим вместе, это путь, которым мы идем, и путь это только начался. Важно, что у нас есть потрясающие лидеры, которые рассказывают свои истории успеха, и историй немало. И есть возможность у вас не только услышать и узнать что-то знакомое, но и понять, что этот ваш момент, это ваше время. И поэтому в нашем мире то, что мы видим, хотя есть какие-то трудности, я говорила с очень многими лидерами ДНС, которые просто изменили свое мышление, изменили подход к вопросу, и они поняли, что это не просто для нас возможность, которая выпала, поделиться продукцией ДНС, поделиться нашим бизнес-планом, ДНС со всем миром. Это изменение мышления, потому что это не просто шанс, это и ответственность, это, которая появилась, и они посвящают свое время и возможности поделиться сетевым маркетингом, поделиться ДНС, поделиться этим с миром. Люди думают о питании и о косметике, и о пищевых добавках, и сейчас это занимает их намного больше, чем раньше. Это огромные, потрясающие, революционные товары, которые можно предложить людям, людям это нужно. Люди сейчас это ищут, потому что люди хотят найти стабильность, хотят быть уверенными. Люди ищут стабильность и уверенность, потому что ситуация сейчас очень не всегда понятна, и мир, конечно, никогда не будет прежним сейчас в результате коронавируса, но я думаю, что в ближайшие 30, 60, 90 дней вы можете сделать изменения. Важно, чтобы вы разглядели это время, эту возможность, потому что такого времени, как сейчас, больше не будет. Это шанс нашей жизни, я считаю. Это сейчас, с одной стороны, большие задачи стоят перед всеми нами, с другой стороны, мы можем быть примером, потому что прекрасные, лучшие компании, как Дженнес, могут не просто пройти экономический кризис. В 2009 году была создана компания, но мы показали великое лидерство. Лидеры рождаются именно во времена трудностей, во времена задач. И поэтому все зависит от вас. Вы должны увидеть свои возможности в это время, потому что вы должны построить крепкую основу сейчас. Великие лидеры видят этот момент, момент ответственности, момент шанса, и они важно, чтобы они там были, чтобы они появились, и сейчас важно практиковаться, и хоть мы физически, может быть, далеко находимся друг от друга, но мы близки, душевные, вы должны гордиться тем, что мы находимся здесь, и что вы можете изменить жизнь людей именно в этот самый тяжелый момент, в этот период. Я смотрю вокруг, что делает Дженнес по всему миру, и я вижу все истории успеха, я слышу, я вижу, как люди делятся своими страстью, делятся своими историями успеха, и это потрясающе, потому что я слышу похожие истории, и вы можете себя узнать в этих историях, и я думаю, что это только дает вам возможность усилить свою страсть, усилить уверенность в завтрашнем дне благодаря Дженнес, потому что
мы поднимаем уверенность вашу и страсть на более высокий уровень, на второй уровень, потому что вы испытываете большую энергию, вы испытываете огромный энтузиазм и чувствуете себя, что вы поддерживаете связь со всеми дистрибьюторами. И сейчас людям нужно это. Люди хотят поддерживать, быть в контакте, несмотря на тяжелую ситуацию, хотя социально они должны держаться дистанционно, но на самом деле это сейчас возможность для всех нас. Вы помните, что было в прошлом месяце, в апреле, мы показаны были потрясающие данные, потому что мы видели энергию, мы видели на тех уровнях, это происходит в различных странах, мы видели, что есть лидеры, которые используют ситуацию, правильно понимают, которые пытаются сделать максимально зависящее от них для того, чтобы показать, вести себя ответственно, когда вы говорите с вашими людьми и спрашиваете, что такое лидер в их жизни, это то, что мир сейчас диктует нам эту ситуацию, это бизнес, деловая возможность для нас, это возможность, которая происходит в нашей общине, и вы должны прислушаться, не слышать, и понять, что это моменты, решающий момент. И именно в такие времена, я думаю, проявляются самые большие лидеры, которые доказывают себя. Это не просто для того, чтобы показать в 2020 году, оставиться на 5, 10 и много лет вперед. Это важно, чтобы все из вас, все вы могли вознестись на этой ситуации, для того, чтобы вы пришли к ситуации стабильности и таким образом создать большую видимость, как бы, так сказать, показать свое присутствие. И я думаю, что сейчас хочу вас всех поздравить, и что вы остались, что вы учитесь в этом университете GNS, вы услышите от лучших поступающих, лучших спикеров, не только лучших спикеров GNS, но и те, которые есть сегодня, лучшие агенты, лучшие дистрибьюторы, и вы... Это люди, которые говорят не просто, говорят передают информацию, они говорят от сердца, они говорят искренне, и это основные принципы, которые вы можете научиться сегодня. Вы можете вознестись над собой. Все, что было за последние 10 лет, вы видите, люди ищут стабильности. И вы понимаете, что вы делаете историю в сетевом маркетинге. В ближайшие 5-10 лет это рынок, миллиардный рынок, который существует. И за последние годы он только возрастает. Я хочу вам что-то сказать, потому что лидеры в сетевом маркетинге существуют, лидеры в бизнесе. И профессионалы и предприниматели ищут одну вещь. Они ищут бизнес, деловую возможность и стабильность. И именно это мы можем предложить здесь в GNS. GNS сегодня сильнее, чем в прошлые годы, чем вообще была, чем компания была 10-9 лет назад. И вы можете... Есть очень многие задачи, которые были задействованы последние 10 лет, поверьте мне. Но вопрос, как адаптировать себя к этим изменениям, как адаптировать себя к современному миру, как это цифровой мир сейчас, все вышло онлайн, как создавать эту бизнес-возможность, воспользоваться ей, почувствовать ответственность и сделать так, чтобы люди на вас смотрели, как сделать компанию, которая войдет в 15 лучших компаний в этой истории. И мы в сетевом маркетинге, не забывайте, что мы входили многие годы в 15 ведущих, лидирующих компаний, которые есть в мире. Мы реально меняем жизнь людей. Это глобальная платформа, это электронная платформа, электронная коммерция, которая существует, которая охватывает весь мир. Это что-то, что вы можете предоставить. Почему же не сейчас? Почему не в этот момент? Используйте этот момент, возьмите эту возможность, воспользуйтесь ей. Я хочу, чтобы вы испытывали эту страсть, чтобы вы страсть применили в бизнесе. Сейчас ваше время. Вы должны знать, что у вас есть. Я восхищаюсь вами, вашим успехом. Я слышу вашу историю успеха, и я думаю, что сейчас это только начало. Мы отмечали десятилетие нашей компании, и это потрясающее событие. Я думаю, что у нас есть многие эмоции вокруг этого мероприятия и события, потому что есть опыт, которым можем поделиться, есть очень много хороших воспоминаний, которым можем поделиться, но я хочу показать вам всем, я хочу сказать, что GNS — это компания, миллиардная компания. Я думаю, что GNS создана именно для таких вот тяжелых времен, потому что за последние 10 лет мы все создавали, мы готовились. Сейчас пришла новая декада, новое десятилетие. Подумайте об этой возможности. Например, подумайте о том, как можно заработать 1, 2, 3 миллиарда долларов в год. Ситуация меняется по всему миру, и ситуация сейчас положительна для GNS. Наш путь, поверьте, наше путешествие только началось, и мое видение только улучшается, когда я вижу, что происходит, и вы видение, стремление есть у всех. И я думаю, что сейчас вы видите, что мы компания номер один, и это доказывает опыт, доказывает это цифры.
мы ведем в эти продукты, в сетевом маркетинге, мы показываем изменения, движения, мы сближаем сердца людей, мы создаем единую нацию, и вы видите, сколько, какое позитивное влияние мы оказываем на жизни людей, потому что Дженнес стоит за своим словом. Мы лидеры, мы посланники этого доброй воли, и мы, наша компания представляет ведущие позиции и представляет потенциал, который есть во всем мире. Просто надо принять решение, конкретное решение, которое каким образом, как сделать так. Вы испытываете ответственность, вы видите, в компании Дженнес есть основа, продвижение. Это вещи, которые нам не чужды. Компания — это глобальная компания, которая охватывает всех нас. Это история Дженнес. Вы не просто сейчас растете. Что вы делаете для того, чтобы помочь вашим командам продвигаться? Что вы делаете для того, чтобы продвинуть и прийти к этой мечте? Не просто разговорами. Что вы, какие действия вы предпринимаете? Я думаю, что я говорю с будущими даймондами, которые сегодня пока еще не даймонды, но воспользуются этой возможностью. Я думаю, что если они серьезно будут относиться к своей работе, тогда у них есть большой потенциал. Я вижу, если вы серьезно относитесь к бизнесу Дженнес, вы увидите результаты, значит, вы несете ответственность. Это значит, что вы посвящаете свое время и усилия, что вы постоянно улучшаете свои результаты. И я думаю, что это прекрасное продвижение для всей семьи Дженнес. Это происходит всегда, но особенно в это время мое сердце наполняется гордостью и чувством ответственности за всех вас. И я хочу, чтобы вы мечтали о большем, не останавливайтесь, мечтайте, продолжайте мечтать, потому что кто мечтает, хочет осуществлять свою мечту, продолжайте идти вперед. Мы будем смотреть только вперед, мы продолжим быть самой лучшей ведущей компанией сетевого маркетинга в этой промышленности, и мы благодаря вам мы эту миссию сможем осуществить. Делайте так, чтобы мы занимали ведущие позиции, чтобы успех был виден. Я думаю, что успех от нас не уйдет. Это вопрос выбора, выбор, который вы делаете ежедневно для того, чтобы сделать все на 100% лучше, для того, чтобы научить себя, для того, чтобы было у вас больше знаний, чтобы создать вашу страсть, ваше убеждение. Переведите себя на следующий, более высокий уровень. Будьте там, и вам тогда все по плечу. Спасибо. Огромное спасибо, Скотт, за то, что посвятил нам свое время и говорил с нами. Это потрясающие слова, потрясающее видение. И я убежден, что мы придем и мы займем подобающее нам место на этом рынке сетевого маркетинга. Большое тебе спасибо. Еще раз большое спасибо тебе. Как вы знаете, все начинается с продукции. Наша продукция находится на передовой науке. За нашими продуктами стоят передовые разработки. Сегодня мы будем говорить о продукции, которая составляет нашу систему ЕС для усиления молодости. Мы говорим с членом научного совета компании Дженнес, доктором Вильямом Амзалигом. Здравствуйте, Вильям! Здравствуйте, господин Амзалиг! Спасибо, что вы находитесь с нами сегодня. Большое спасибо! Шалом, шалом! Я нахожусь во Франции, я очень счастлив говорить с вами сегодня. И у меня есть всего 10 минут для того, чтобы вас убедить, что вы должны на 100% продукции компании Дженнес. Меня зовут Уильям Амзалиг, и я химик. Я всегда это говорю, потому что у нас философия, и мы ей очень гордимся. Философия, основанная на генах. И мы хотим поделиться с вами этой философией и действия, которые стоят за нашей продукцией. Я попытаюсь за 10 минут
дать вам общую информацию, самые основные ключевые моменты о наших продуктах. Вы знаете, в первую очередь мы поговорим о так называемых теломерах. Теломеры — это концы хромосом, в которых мы находим, и эти теломеры сокращаются с годами, постоянно все время они сокращаются, и поэтому мы создали сейчас новый революционный продукт, который имеет направленный продукт, у которого есть возможность теломеры восстанавливать. Не только восстанавливать, но и имеет, так сказать, многие... так сказать, это продукт, который называется Финит, и он имеет 12 ингредиентов, но самый важный, разумеется, это состав, который вы видите. У нас есть это состав, который активирует теломеры, потому что у нас есть желание усилить теломеры, удлинить их, но каким образом мы можем их активировать, задействовать благодаря Finity, и все это находится в нашей компании GNS. И многие другие ингредиенты, так сказать, я не буду говорить о ингредиентах, просто нет времени. Второй продукт, который очень является известным и популярным в Израиле, это Vitacell. Vitacell – это простой продукт, но он потрясающий в результатах, потому что это он основан на рисе, на чистом рисе, но не просто рисе. Это рис, который мы получаем из Таиланда, это экстракт, который сочетает различные виды риса. И мы делаем экстракцию определенной молекулы, которая получается, это молекула, которая составляет Vitacell, и это очень важный эффект, потому что эта молекула дает сигнал нашим клеткам и переходит от клеток к клетке, создает основу и общение сигнала между всеми клетками, и мы это делаем для того, чтобы улучшить энергию, которую и илу и наполнит нас энергией митохондрии. Митохондрия – это энергия. И поэтому Vitacell – это один из лучших продуктов нашей компании. И, к счастью, в Австралии это поняли достаточно рано, вовремя. И Vitacell здесь один из самых популярных продуктов, и его используют постоянно. Резерв – еще один продукт. Резерв может быть продукт номер один. Резерв – это продукт антиэйджинга, антивозрастной. Это говорит о борьбе с оксидацией, с окислением организма, потому что окисление организм приводит к старению, и таким образом резерв защищает наш организм, пытается отстроить наш ДНК. Я просто хочу вам сказать, что есть, мы знаем, что у нас есть нарушается ДНК, сокращаются теломеры, и это то, что происходит в нашем организме с процессом старения, и мы хотим, у нас есть составы различные, у нас есть резерв. Резерв – это продукт, который работает на уровне ДНК, но кроме этого резерв имеет особый ингредиент, который называется ресвератрол. Ресвератрол находится в красном вине, в красном винограде, и этот продукт задействует тройной ген, который называется ресвератроген, и он, который находится в опасной ситуации, когда мы стареем, например, когда вы его используйте резерв, вы как супермен, потому что защищает ваш ДНК постоянно. И поэтому резерв – это продукт номер один в мире, во всяком случае в семье GNS. Как вы можете здесь видеть, антиоксиданты и также продукты, которые улучшают, так сказать, напрямую или косвенно действуют и помогают нам и дольше. Вы можете использовать один, два или три в день, так сказать. Вы можете видеть здесь, это компоненты, есть 9 различных экзотических компонентов. Каждый из них вносит свой вклад, у него есть потрясающая возможность бороться с окислением организма и бороться с ранним старением. Zen. Zen – это не только продукт, это линия продукции, все называются Zen, которые входят в эту линейку, и продукция Zen предназначается для того, чтобы для похудения и для улучшения мышечной массы. Zen – это также продукт, который может помочь вам в физической деятельности повседневно. И
здесь есть аминоциды, так сказать, аминокислоты. Давайте перейдем, может быть, самая лучшая часть нашей лекции, потому что вы этого человека знаете, все его знают в Израиле, на самом деле, это доктор Натан Ньюман, пластический хирург, дерматолог, работает в Беверли-Хиллз, Калифорния, и он, в принципе, и он папа-создатель, он создатель компании «Фитнес». Почему? Потому что 11 лет назад он создал, и он создал дизайн-продукт, который является уникальной нашей компании, который называется «Эпик Серум». Серум нашей компании «Люминес» — это серум является результатом многих-многих лет исследований, которые проводились на стволовых клетках. Нет стволовых клеток в серуме, потому что стволовые клетки живут, как бы они живые, они не могут выжить, если их выводят вне их окружающей, естественно, окружающей среды. Все, что находится в этом серуме, оно создается осознанно стволовыми клетками. И это имеет, этот серум имеет преимущество этим. Вы можете его использовать как хотите, и этот продукт производит специальную молекулу, так сказать, и гроуф-фактор, который помогает нам, и мы в этом заинтересованы, потому что именно серум у нас, когда у нас есть серум, у нас это не только один продукт, это целая серия, у нас линейка продукции называется Люминес, просто у меня нет времени говорить о всей продукции, APT-200, то, что вы видите на экране, это группа различных гроуф-факторов, которые действуют на клетки, которые передают посыл клеткам. Опять же, мы говорим, Витасель, вы помните, мы говорили, то есть как в Рите, они сигнализируют, но клетки между собой общаются, сигнализируют друг другу. Например, клетки говорят, пожалуйста, обновляй, пожалуйста, выбрасывай, пожалуйста, делай. И клетки это делают, потому что клетки так общаются, и в этом красота этого продукта, в этом это серум. И у нас есть куча доказательств. У нас есть различные высказывания от наших клиентов, которые очень положительно высказались об этом продукте. Очень много хороших историй успеха и хороших откликов. И у нас есть, и вокруг этой продукции у нас есть также различные в этой линейке входят продукты для лица и для тела. Например, у нас есть ночной крем, который был создан внутри, имеет тоже этот кросс-фактор, но был создан для того, чтобы сохранить и улучшить нашу кожу в течение ночи, а после напряжения, стресса, который мы испытывали в течение дня. И Люминес, ночной крем, это один из самых богатых продуктов в этой серии линейки. И у нас есть также, у нас есть продукты и для тела. У нас есть, например, клинзер, очиститель. И у нас также, у нас есть... У нас от 7 до 8 различных продуктов, например, у нас есть HydroShell, это маска, которая защищает ваше лицо от загрязнения. Это маска внутри маски, можно так сказать, и у вас потом есть вот потрясающее поле, так сказать, у вас есть этот уникальный продукт, Ageless, потому что буквально вы можете удалить темные круги под глазами, мешки. Это занимает одну минуту. Конечно, вещи, это эффект не продолжится постоянно основе. Но, ну, крайней мере, если, например, вы хотите, вам надо куда-то, вы идете на какое-то мероприятие, вы красиво оделись, и вы хотите, чтобы лицо тоже выглядело соответственно, вы наносите замечательный продукт, тут же темные пятна исчезают. Если вы будете использовать на постоянной основе Ageless, вы постепенно будете действовать на ваши морщинки. И поэтому это уникальный продукт, который используется, его используют в течение ночи или на один раз, или на постоянной основе. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии до и после, каким образом выглядит глаз до и после использования этого продукта. И потом у нас есть также, у нас еще одна линейка, у нас есть вот эта вот продукция, опять же, разработанная доктором Ньюманом, RVL – это продукция для волос, это комбинация гроуф-факторов, которые получены и которые действуют на нашу кожу и действуют, так сказать, на ваших волосах. И это, конечно, результат будет не за одну ночь, вы должны запастись терпением, но если вы будете использовать эту продукцию в течение времени, вы увидите, насколько она эффективна. И у нас также есть и еще два, у нас есть наши чемпионы, наша ведущая тройка,
тут я не буду слишком много об этом конкретно говорить, которое называется Envy, это тройка, потому что как бы, это больше женская косметика. Я лично женская косметикой никогда не пользовалась, так что я не могу об этом говорить. Слишком много, поэтому не смогу вам рассказать о косметике. Ивок, что такое Ивок? Это наша последняя линейка продукции. Это продукция 5 блендов, 5 ароматических масел, которые сочетаются и которые сохраняют баланс нашего организма. Мы создали этот продукт на основе западной философии сохранения баланса организма, который постоянно меняется. И в то же самое время это основывается на китайской философии, которая говорит вам, что говорит о том, что энергия, а потоки энергии, 5 элементов, так что мы создали 5 продуктов для каждого из этих 5 элементов по китайской философии, чтобы пытаться сбалансировать ваше тело и ваше сознание. И конечно, этот продукт, который мы используем, для этого можно использовать диффьюзер, через диффьюзер или напрямую, может быть, так сказать. То есть это, в принципе, то, что я хотела вам сказать в течение 10 минут. Обычно я целый час говорю, но тут мне выделили 10 минут. Меня зовут Уильям Амзалев, и я Generation Young, молодое поколение. Большое вам спасибо всем. We have a system of products that pushes a youthful, healthier lifestyle to new heights. And we make it easier than ever with our exclusive Jeunesse Youth Enhancement System. Our top-selling skincare products emphasize radiant, younger-looking skin and diminish the appearance of fine lines, wrinkles, and other imperfections. The cutting-edge wellness products of the Youth Enhancement System rely on exceptional blends of vitamins, minerals, and other essential elements as they work with our skincare products, helping you achieve a more youthful, healthful feeling every day. Our innovative beauty products are carefully and responsibly curated by industry experts. These beauty boons help reveal and ignite every aspect of a more gorgeous you. The Jeunesse Youth Enhancement System. Большое спасибо, Уильям Амзалек. Было удовольствие, как всегда, слушать, общаться с вами и слышать. Вы всегда делитесь с нами потрясающими знаниями. Спасибо, я надеюсь, мы вскоре увидимся. А сейчас, когда вы знаете о продуктах, какой следующий этап? Надо эти продукты привести потенциальным клиентам и вашим дистрибьюторам. И именно для этого напрямую из Венгрии с нами находится Diamond-директор Роланд, который будет с вами говорить именно об этом. Ола, привет, большое спасибо за то, что ты с нами сегодня и делишься с нами своим опытом и знаниями на эту тему. Сейчас слово тебе. Привет, здравствуйте, я Diamond-директор из Венгрии. Я хотел бы вам дать некоторые идеи и как построить ваш бизнес с продукцией с компанией номер один Jeunesse Global. Так, когда я присоединился к компании, я уже серьезно исследовал эту тему, каким образом компания и создатели действуют. Очень важно понимать, что всегда концепция компании, если следуете концепции, вы видите и понимаете, что вы в любом случае станете успешным. Когда я пришел в бизнес, уже было 200 Diamond-директоров по всему миру в Jeunesse Global, но я построил план дублирования, который легко понять, и для людей легко следовать этому плану, потому что люди в сетевом маркетинге вопросы не что работает, а что можно дублировать. Очень важно, чтобы вы должны что-то сделать для людей, чтобы людям было легко это понять и легко было этому следовать. Я хочу вам сказать 3 или 4 сегмента, части моего, поделиться своим бизнес-примером, для того, чтобы вы поняли. Первое, что важно делать, это умная поставка, умное объяснение. Сегодня, когда вы говорите с профессионалами сетевого маркетинга, они спрашивают, сколько людей в вашей команде, они спрашивают вас, сколько людей в поставке, скажем так, есть в вашей команде. Большинство людей, люди, может быть, иногда забывают говорить о продукции, потому что, кстати, они в повседневной жизни об этом все время не думают, и поэтому сейчас иметь умную команду — это самое важное. Вы
честно говоря, когда я стал даймондом, в октябре прошлого года, когда в первом месяце я квалифицировал на 1000 циклов, это было около 45% от моего общего объема, пришел к умной поставке, то, что называется Smart Delivery, потому что я общался, и это самый важный момент, я это понял, это ключевой момент. Люди моей организации, которые занимаются умной поставкой, умным объяснением, они могут это сделать. Я думаю, что умная поставка — это один из самых важных факторов в бизнесе GNS, и вначале, на самом деле, нелегко это понять, нелегко это увидеть, почему это так важно, когда у вас есть людей не слишком много, но потом позднее вы осознаете, что это самый важный компонент. Второй момент, то, что я понял, это продвижение. Каждый раз, когда мы доходим до новых рангов, так сказать, я думаю, что 95%, когда мы проходим, так сказать, доходим до этих рангов, это происходит в течение крупных продвижений, промоушен. То есть я думаю, что продвижение лучше всего работает, когда вы продвигаете, каждый месяц что-то продвигаете. Всегда какие-то, например, какие-то специальные продукты, круглосуточно, когда есть какие-то продвижения, тогда есть достижения. Но я думаю, что я хочу отметить два особых крупных мероприятия продвижения. Первое происходит в сентябре, второе в осенью. В основном это может быть, например, создатель, например, какие-то наборы специальные, самое важное. Вы должны очень тяжело работать 6-7-8 месяцев для того, чтобы основать свою крепкую команду. И в вашей команде, если кто-то занимается продвижением, то, кстати, можно в это инвестировать много денег, продвижение не вкладывать много денег и усилий. И важно, так сказать, готовить мероприятие. Не знаю, знаете ли вы об этом, но я не видел компании, которая тратила бы столько денег на международные конвенции. Если вы, например, видите здесь, в Европе, у нас есть 2 раза в год, но не только тут, у нас есть экспозиции, и у нас есть лиды. Так что, когда мы создаем эти мероприятия, это является важным ключевым моментом, они поддерживают наш бизнес. Почему? Потому что вы и я никогда не сможем объяснить правильное видение и правильный подход. Невозможно показать людям, почему это миллиардная компания, почему она бьет все рекорды, почему GNS Global стоит того. И невозможно это просто рассказать словам людям, которые находятся на международных основах, международных мероприятиях, они понимают, тут же понимают видение, и они, эти люди с вами останутся, и останутся на ближайшие 6-12 месяцев, потому что они видят, что все логично выстраивается, и они услышат это от лучших ведущих лидеров вашей компании, они услышат от лучших экзекутивов компании, и они также услышат это от создателей GNS, и они смогут увидеть большую картину. Это невозможно без этого. Невозможно это делать без вас. Начинается, как говорится, с этого мелкого, маленького шага. Так что в первую очередь вкладывать мелкие локальные мероприятия. Когда вы это делаете, то есть маленькое мероприятие, неважно, не пренебрегайте этим, потому что когда вы начинаете мероприятие, готовьте, вы увидите, что шаг за шагом все больше людей будут присоединяться к вашему бизнесу, потому что люди хотят видеть большую картину. Если вы будете говорить только с людьми онлайн, если вы встречаетесь только один на один, или вы только представляете бизнес только для себя или своим друзьям, это нормально, но на самом деле надо работать каждый день, но вы должны показывать людям намного большую картину и намного большую перспективу. И в этом это самое главное, тогда они поймут, почему эта компания является компанией номер один в сетевом маркетинге в мире. И третий компонент, который очень важен, это продукция. У нас компания основана на продукте. Вы не можете не использовать продукты. Невозможно. Ваша семья не может, или люди, которые как раз не могут не использовать продукты. Как же вы можете говорить о продукте, если вы лично никогда ее не пробовали? Я иногда говорю с людьми, они говорят, что они не используют продукты. И мне, честно говоря, грустно становится от этого. Я удивлен, я разочарован, потому что, например, если у вас, например, есть салон там Mercedes, например, Вы едете на Форде или на BMW, не знаю, вы никогда в Мерседесе вообще даже не сидели, как вы можете продавать Мерседес, как вы можете продавать компанию машину лидеров. Если вы в GNS, вы должны использовать продукцию. И нам повезло, потому что создатели не просят вас тратить 1000 евро и какие-то безумные суммы на продукцию каждый месяц. Просто просят вас один продукт использовать в месяц. Используйте, например, один продукт в месяц для того, чтобы быть активным в этой системе. Но в тот момент, когда вы пользуетесь продуктом, люди вокруг вас будут спрашивать, что с тобой произошло, потому что они
продукты работают, они работают и внутри, и видно это снаружи. Люди сразу заметят изменения на вас, и они тут же вас спросят, что с вами произошло, что вы сделали с собой. И вы сможете тут же показать им продукцию, и тогда обычные, как бы нормальные люди, обычно люди продают по 4, 5, 6 продуктов в месяц, так что очень важно, чтобы вы пользовались продукцией также. У меня нет особо времени объяснять больше вам о том, что происходит, но это 4 основные основы, это главная основа моей деятельности для продвижения глобального бизнеса, чтобы это происходило. И самое важное, это то, что вы должны выходить и встречаться с людьми и это бизнес мира, бизнес людей, потому что мы можем говорить о мероприятиях, говорить о умных системах, умной продаже и так далее, о маркетинге, но если мы не делаем правильные вещи, ничего не будет работать. Это каждый день вы должны выходить, вы должны быть посланником, вы должны быть продолжателем, создателем, вы должны пытаться GNS, говорить о продукции, о людях компании. Ну что ж, спасибо большое, спасибо за твое время, за то, что был с нами, поделился своим опытом, своими знаниями. Это было очень интересно, и я уверен, что все мы можем многому научиться для того, чтобы наш бизнес перешел на следующий уровень. А сейчас мы сделаем короткий перерыв и перейдем к нашей тривии, лотереи с диджеем Ренком. Диджей Ренком, привет! Привет, что это у тебя там такое? У нас тут фейерверк, мы празднуем, Дэнни, мы собираем добавить еще один приз. Готовы? Да, это потрясающе. Ну что ж, она называется Гнес Тривия. И это будет работать таким образом. Я вам задам вопрос, и вы должны ответить на вопрос. Будет 3 возможности выиграть. Так что мы сейчас будем играть в страничку Фейсбука. Если у вас страничка Фейсбука, это будет выглядеть таким образом. И это видео находится там, и там, где комменты, там, где... Я вижу, что это комментирует, там комментарии. Привет, вот вы, я вижу ваши комментарии. Будем на стрипер, и шанс на стрипер. 3 вопроса. Первый, который ответит правильно, каждый вопрос. Примерно спрашивается, и что мы сейчас даем? Итак, это мы даем ревил шампу и ревил кондиционер. 3 шанса. Потрясающий набор. И это просто прям сейчас будьте первым, который ответит правильно на мой вопрос. Тогда вы готовы выиграть? Вы готовы? Итак, вот первый вопрос. Вопрос номер 1. Как зовут главного директора по маркетингу компании Genet Global? Ну, главный директор по маркетингу Genet Global. Я вам намекну, наверное, у него классные такие очки иногда, и он очень любит хорошую музыку, я сейчас отправил музыку на сцене. У него потрясающие креативные идеи всяких продуктов. Хочу узнать, кто главный директор по маркетингу Genet Global. Вопрос номер 2. В каком году была создана компания Genet Global? В каком году была создана компания Genet Global? Задаем 5 курсов, этот вопрос. В каком году была создана компания Genet Global? Мы пьем шампунь Акрил и шампунь кондиционер, и первый человек, который может ответить правильно на мои вопросы, и переходим к третьему вопросу, последние вопросы. Вы готовы? Какой наиболее продаваемый продукт компании лучший продукт в системе хранения молодости компании Genet? Какой лучший продукт? Ну что ж, поняли? Все 3 вопроса. Поздравляю наших победителя. Продолжайте смотреть на сообщение, что-то из Genet с вами скажется и скажет вам победитель. Вы заберете домой ревил, это здорово. Дэнни, ты с нами? Конечно. Это было замечательно. Спасибо тебе, Ренхард. Спасибо еще. Не за что. Ну что ж. Genet Global имеет лучшую программу поощрения на рынке. Потрясающая программа поощрения. Надо с этой программой познакомиться. Надо ее понимать. Надо знать, уметь работать с этой программой для того, чтобы максимизировать ее преимущества и преимущества компании. И я не думаю, что есть кто-то, кто лучше может объяснить все преимущества, чем Люси
Уэст, который является нашим директором по развитию, беседа совершенно потрясающая. Люси, привет! А мы что, как ваши дела? Слышно? Все замечательно, я очень слышу, потому что я не вижу всех людей, я передаю любовь и объятия, и не слушаю людей, я вижу прекрасные лица. Мы делаем потрясающую важную работу в нашей штаб-квартире, которая работает за мной, и все здания, мы все связаны с этой штаб-квартирой, с этим зданием, благодаря этому зданию, благодаря компьютерам, которые здесь связаны. Шалом! Я сейчас поделюсь с вами нашей возможностью программы поощрения. Это уникальная. Я хотела бы сфокусироваться немножечко более подробно, почему у нас есть такие вот слайды, именно в таком порядке, каким образом они созданы. Самое важное, я вижу людей, которые находятся в нашем университете. Вы уже несколько презентаций сделали, Дэнни, и это создатели этой компании, которые стоят в основе нашей компании, нашей программы поощрения. То особенно в этом, это то, что это ваш бизнес, основанный на, который вы сами создаете, и это так здорово. Люди должны знать, что это бизнес, основанный у нас в нашей компании. То есть люди за последние месяцы, то есть многие люди потеряли работу, они не могут работать, потому что у них нет бизнеса, основанного у себя дома. Так что это бизнес для всех, но есть многие люди, которые к нам присоединились, и есть люди, которые занимались этим раньше на полставки, теперь занимаются на полную ставку, на целую ставку. И это бизнес, основанный дома, он не этот бизнес. Вы единственный, который может решить, сколько часов в неделю, сколько зарабатывать в неделю, сколько вы хотите, сколько бонусов получить, какое усилие предложить, и можете поделиться. И почему это уникальная компания? Потому что есть охваты более 145 различных стран, и мы переведены более чем на 35 различных языков, и у нас есть также 25 объектов, где мы находимся. Так что это действительно глобальная компания. Глобальная компания — это не только компания, которая продает продукцию свою просто по разным странам, развозит. У нас есть и такие страны, конечно, и такая ситуация. Но мы компания зарегистрирована, мы инвестируем деньги, инвестируем время, инвестируем наши ресурсы, наши усилия для того, чтобы поддержать вас, помочь вам создать самый потрясающий глобальный бизнес. Давайте сейчас перейдем к нашему следующему слайду. Сейчас у нас самая потрясающая глобальная платформа, глобальная бизнес-система дистрибьюции, которая охватывает весь мир. Вы можете это использовать. Здесь, на моем канале, у вас есть, я, например, в Америке или в Лондоне, или неважно, где у вас семьи по всему миру, они тоже могут быть частью вашей группы. Есть 6 способов заработать деньги с ДНС, благодаря розничные преимущества, бонусы, соответствующие бонусы, сохранение бонусы сохранения, и даймонд бонус, и дистрибьюторские бонусы, и у нас есть, так сказать, поощрение, денег и так далее. Для того, чтобы подчеркнуть, как вы можете заработать деньги, я думаю, что розница – это то, чем занимается большинство людей, то, что они лучше всего понимают и в этом участвуют. Вы можете продавать в розницу, вы можете продавать индивидуально, и в тот момент, когда вы становитесь ДНС, так сказать, и вы становитесь дистрибьютором, вы получаете также свой веб-сайт, и люди могут найти ваш веб-сайт, вы можете попросить в качестве клиентов или в качестве дистрибьютора. Опять же, если вы клиенты, так сказать, вы можете, тоже есть какие-то преимущества, и, возможно, люди выберут систему Smart Delivery, например, то, о чем говорили уже до меня. Люди, так сказать, Smart Delivery, например, то есть, например, женщины обожают косметику, серум, один из продуктов. Женщина, которая начинает этим пользоваться, никогда не захочет прекратить. И в течение 30 дней она получает его, это приходит в хорошую маленькую симпатичную упаковку, и вы хотите один заказ в месяц, так что многие люди выбирают, например, какую-то систему умной поставки, потому что когда вы заказываете, например, умная система показывает вам, то есть вы получите ваш продукт каждый месяц, и вы не пропустите ни единой недели. Люди должны это знать. Есть разница между розницей и тем, что происходит. То есть, например, клиент получает тоже 25%, то есть потребитель. То есть вы должны предложить это вашим потребителям, потом, если они получат 25% скидки, вы получите 25% скидки тоже в вашей стране, так сказать,
есть местные, так сказать, местная налоговая программа, потому что никто... Но мы делаем все для того, чтобы поддержать наших потребителей во всем мире. Вам нужно большое, хорошее слово «потребители». Надо достигать цель, точки зрения количества потребителей каждую неделю, например, и чтобы они становились строителями бизнеса. Потребители, можно говорить, дистрибьюторами. Я хочу, я ожидаю, что они станут потребителями и двое дистрибьюторами, потому что очень удобно найти потребителя, потому что не надо мейлы рассылать, просто показывать им продукты и комиссионные на продукты. И если обращаетесь к друзьям, потому что я все пока что отлично выглядите, это потрясающее время будет превратить их в строители бизнеса. И чем больше потребителей, тем больше людей, из которых вы можете выбрать, они могут быть создателями, строителями бизнеса. Потом есть у вас бонусы. Они, когда у вас есть, например, есть число, которое подписывается, например, есть определенный набор, который вы можете продавать, вы должны достичь лучшей цены. Это, так сказать, Supreme, Ambassador и другие программы, так сказать, наборы. И есть бонусы, которые получаете вы, когда продаете те или иные наборы. Когда вы тренируете человека, когда предлагаете ему присоединиться, и потом, когда он приводит новых с собой друзей, тоже есть дополнительные бонусы из-за новых присоединившихся. Так что это называется система розничного бонуса. И вы можете получить разный бонус от 100 до 500 до 100 долларов, зависит от того, какой набор вы продаете. Набор пойдете. У вас есть, кстати, цель достижения клиентов в течение недели, и вы спонсорски спонсируете новых дистрибьюторов, и как вы становитесь первый ранг. Там есть комиссионные дома, команды. То есть у вас есть план поощрения, бинарный план, и потом есть соответствующие бонусы, и вы создаете, так сказать, вы создаете справу, если вы сами команду. Каждый набор, который вы покупаете, ваши люди, или, например, или умная подставка, или даже если или ваш потребитель покупает, и дает вам определенные бонусы, которые связаны с каждым набором. Это потом собирается, и вы собираете с правой стороны, с левой стороны собираются эти баллы, и у вас получается или 300 PV, или 600 PV, это цикл, и этот цикл, каждый раз, когда вы видите 600 или 300 PV, и неважно, с какой стороны вы набираете это, с правой или с левой стороны, это не важно, на самом деле, вы получите 35+, вы получите баллы, которые будут обладаться. Чем более глобальный ваш бизнес, тем больше циклов у вас будет. Например, если вы живете в Америке, и у вас есть команды, например, я не знаю, в районе Бруклина, вы постоянно видите, что у вас цикл и больше клиентов собирать. И это один из способов, когда вы можете комиссионные получить, вы создаете ваши команды, у вас есть комиссионный от продаж, и каждый раз вам платят, когда команда достигает 600 или 500 людей. Вы хотите, чтобы это была просто создавать обе команды, чтобы был успех. Успех любит скорость, как говорят мои команды. Мы видели, что на самом деле мы можем встречаться с людьми, и мы видим, что чем быстрее действуешь, тем лучше, чем более успешно становишься. Вам надо создать определенный темп работы, и тогда вы должны знать, сколько клиентов, сколько дистрибьюторов вы хотите подключить, сколько потребителей. Давайте немножко поговорим о соответствующих бонусах, называемых этих бонусов. У нас есть несколько рангов в нашей компании «Тенес», и каждый ранг это связано с дополнительным уровнем бонуса. То есть, например, если вы дошли до уровня Джейд, у вас один уровень бонуса. Если вы дошли до Перл, два уровня. Поэтому Перл — это замечательная цель. Например, потом Сапфайр, третий и так далее. Это уже третий уровень. И тогда вы перескакиваете на рубиновый уровень. Что такое соответствующий бонус? А в принципе, люди, которых вы лично привлекаете в бизнес, если вы правильно, как стать экзекьютив, на уровне дистрибьютора справа или слева, и они завершают цикл. И каждый раз, когда они создают 35 циклов с 35 долларов, с людьми, которых вы лично спонсировали, у вас есть 25% от этого, если вы Джейд. Если вы Перл, вы получите второй уровень. То есть это люди, которых вы первых подключили, а потом люди, которых вы не подключили. То есть и тогда это будет второй уровень. Сейчас вы получите 15% каждый раз, когда они завершают цикл. И это уровень,
Аруби, это уже четвертый, с четвертого по седьмой уровень ранг, это высокий ранг. Один из людей, которого вы лично приводите в бизнес, делает около $1000 в неделю в цикл. И, то есть это $200 получает, и это то, что вы получаете, $200 за него. То есть вы учите людей, как учить людей. Если вы можете стать, укреплять людей, учите людей, как учить других людей, в свою очередь, не просто учите этих людей, но учите людей, как учить других людей. Понимаете, тогда мы потенциально будем преуспевать созданием этого крепкого, стабильного бизнеса. И еще один момент, мы хотим поощрить людей, мы хотим вас поощрить клиентов, потребителей. Кроме того, что есть любители, так сказать, клиенты, есть дистрибьюторы также, и клиенты-дистрибьюторы в Европе, например, во всем в мире. Мы видим людей, которые становятся членами, но, например, членами компании, но нет никакой активности, людей не получают, но они, например, потребляют продукты, тоже не считают нашими потребителями. Если есть умная поставка, опять же, у вас есть 5 дистрибьюторов, например, которые являются активными, так вы можете получить дополнительные 5%, то есть получается от 5%, а если у вас есть 10 дистрибьюторов дополнительных, вот от 10 до 30% потребления. Так что если $200, вы можете $300 зарабатывать. Это означает, что вам надо смотреть нашу программу поощрений, бонусов, вам нужно устремиться, и то, что вы делаете, вы почувствуете огромную разницу в том, что вы получаете в результате вашей деятельности. У нас бонус Diamond. Я думаю, большинство людей, когда принимают решение прийти создать бизнес, они мечтают, их мечта стать Diamond. И они смотрели, если мечтают, это и происходит. Если я покажу на Роланда, я вижу, он планирует, он стал создать программы бонусов, путешествия, но он сам, то есть он окружал себя людьми, которые преследовали цели, цели, что инструмент. Так что, когда вы Diamond, каждые 3 месяца у нас есть у нас 3% от всех заработков в компании, и мы распределяем это среди Diamond'ов. Так что это неплохая добавка к вашим заработкам. У нас есть большие поездки, которые доступны всем. Я знаю, что сейчас люди беспокоятся все-таки за поездок, но скоро, когда это будет, вы увидите сами, и люди опять станут путешествовать, и это самая лучшая часть, означает, что вы, на самом деле, встретитесь с вашей командой. Я никогда не хочу ездить путешествовать сама, я всегда беру людей путешествовать с тобой. Но мы подключаемся на все ощущения, мы ехали в Мадрид в прошлом году, и мы ехали в автобусом в одной из потрясающих замок с лошадьми, такое люди не забывают, и вообще людям, которые нравятся в футбол, например, мы поехали на стадион в Мадриде или матч. Это только одно путешествие. И, разумеется, и есть всякие... Можно и посещать разные места во всем мире и делать разные вещи. Потому что если у вас есть, например, если у вас есть частичная работа на полставки или на целую ставку, вы хотите подработать, не хватает денег, так сказать. Но все люди любят путешествовать. Нет таких, которые не могут путешествовать, на самом деле. Я вижу людей, которые присоединяют, только в спорт путешествуют. И потом они доходят до уровня, до ранга Дэймонда. Это самая лучшая часть. И, сказал Роланд, смотрите, какие у нас есть программы продвижения. У вас есть до конца июня, то есть у вас можно заработать бонус достигающий $20,000. Это мы сейчас слушаем Мерседес Дженес, и я надеюсь, что мы узнаем. Если вы кого-то фактируете, например, и можете продвинуть 3 основных набора, тогда есть executive, а если у вас уже есть executive, тогда вы понимаете, насколько это важно работать с этим executive, чтобы работать, чтобы они понимали, как важно делать. Не думайте, что кто-то из ваших людей знает, что делать, и не предполагайте, что люди не нужны именно на помощь. Я научилась лично в этом, что люди действительно люди ценят, когда ты звонишь и говоришь: слушай, я хотел бы сказать, может быть, тебе нужно дать помощь, может быть, надо помочь, ты хочешь, чтобы я с тобой провела беседу по телефону, хочешь провести тренинг по Zoom, делаем что-то для джейдов или для перлов, продолжай работать, и друзья, у вас будет самое лучшее отношение с этими людьми, и такое у нас есть программа Getting Started, то есть люди, например, я не знаю, новые люди, я не хочу с ними делать, у нас есть все это переведено, сейчас есть синхронный перевод, наша программа глобальная. Вы понимаете, вот
Европа. То же самое можете видеть во Франции, в Турции, и в Америке, и в Мексике. Так что программа «Начало», «Getting Started» — это предстоящие видеоролики, которые говорят, созданы в нашей штаб-квартире «Нест», так что вы должны использовать видеоролики, тогда люди будут видеть потрясающие знания, которые находятся сейчас за мной, и весь этот глобальный конкурс. Потом, если вы говорите о программе поощрений, дайте там информацию и способ, легкий способ поделиться программой поощрений. И также вы найдете также советы, как начать бизнес, как создавать контактный бизнес и так далее, и тому подобное. Есть видеоролики, которые показывают, каким образом делать отчеты. То есть это все, как говорится, вашим доступно вам. И все это бесплатно абсолютно. Вы это вносите на мобильный телефон, так сказать, аппликацию, приложение, и поддерживаете связь с вашими клиентами. У нас есть GNS, и все это доступно. Так что в настоящее время это все. Вы работаете полдня с этим целый день. Кто ищет работу на полставки, например, кто готов полностью посвятить этому бизнесу, а у вас возможность, неважно, какой это называется бизнес. Если вы ищете глобальную компанию с программой, с лучшими продуктами, которая вкладывает сердце в эту работу, которая является лучшей компанией в мире, с бонусами, которые максимизируют все результаты и получают глобальную поддержку, потрясающие бонусы, признания и так далее, тогда вы здесь, вы нашли свой дом, вы в GNS. Так что решите, вы будете Diamond, установите темп, установите, мечтайте о работе и завершите ваш век, дойдите до финишной прямой. Большое спасибо, шалом, и я желаю всем вам самого лучшего и большого успеха. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. People being able to have big dreams and fulfill them. A big way for us to be able to do that and show people that they can fulfill lifelong dreams is to take them to some of the most beautiful and exotic destinations around the world. It really serves to inspire thousands of people around the world to also live out on their dreams. It's all about creating an experience where people really strive to fulfill their dreams. We are one United GNS family. To get to see people coming together, living out their dreams with GNS, creating a lifestyle that many people can only dream of. That's what this is really all about. You get a chance to really get down with the culture. You get to be around the people, know the language, feel their hearts, their passions. It kind of broadens your experience, and GNS does that for you by taking you to different cultures, different parts of the world. So we as entrepreneurs going out there building the business, and oftentimes our families are left behind. Having the opportunity for them to come and celebrate with us, it is priceless. Большое спасибо, Люси. Спасибо, это потрясающе. Я уверен, что это поможет многим. Я думаю, ты первый человек, с которым я буду говорить, которого я, надеюсь, и увижу. Кроме своего спонсора, это потрясающе, столько опыта и знаний. Большое тебе спасибо. Спасибо, что ты была с нами, поделилась этими знаниями. Спасибо. Ну что ж, товар вы уже знаете. Вы знаете, как работать с программой прочтений. Что дальше? Теперь надо уметь дублировать все, что вы делаете для людей в нашей организации, потому что дублирование – основная вещь в нашем бизнесе. И все, что вы делаете, ваша организация должна уметь делать для того, чтобы максимизировать энергию и успех. По-моему, нет лучшего человека в дублировании, чем Фабиан Фитнер, который сможет вас проинструктировать на эту тему. Фабиан сейчас вас научит 5 основным правилам для
дублирования его и ваших успехов. Фабиан, я рад тебя вновь видеть. Я рад, ты несколько раз приезжал в Израиль. В прошлом у тебя было потрясающее тренинг, который ты проводил здесь. Я очень рад, что ты с нами, что ты можешь поделиться своим опытом. Так что сейчас слово тебе, пожалуйста. Спасибо, большое спасибо за это потрясающее представление. Мне так приятно, несколько раз я был в Израиле. У меня была возможность работать с вами, ребята, в вашей стране, на самом деле. Я должен сказать, что мне это нравится очень, и вообще я рад, что это здесь. Я сейчас, это прямой эфир, я из домашней студии звукозаписи сейчас говорю с вами. Я здесь в Дубае, я живу в Дубае, я туда с вами говорю. Те, которые меня следуют со мной по YouTube, по Инстаграму, так сказать, это программа «Бэкдроп». Я обычно использую эту программу, здесь я провожу тренинги. Я большую часть времени нахожусь как бы дома, да, то есть все понятно, все сейчас находятся дома, потому что нам нельзя путешествовать. Но послушайте следующее, когда сейчас, когда начался коронавирус, все вопили, никто не знал, что произойдет, никто не знал, как относиться к этой ситуации. Но сколько это заняло? Ну, 2 недели, и люди адаптировались. Я хочу вам привести несколько примеров, таким образом люди быстро адаптируются к ситуации. Знаете, что Женевская бета компания, которая фокусируется на, в основном на мероприятиях. У нас есть только мероприятия. Больше любой другой компании в этом рынке за последний год. Я даже не могу пересчитать, если вы, например, вы будете на сайт myeventgenev.com, увидите все мероприятия, которые есть. Можете выбрать со всего мира, вы можете быть на каждое мероприятие, каждый день на каком-то другом мероприятии. И у нас появились новые идеи, как у всех, и мы начали проводить онлайновые встречи. И в течение, даже марта, мы решили запустить как новые людей. Многие люди перешли, так сказать, и мы решили перевести в онлайновый режим. Мы перешли в онлайн, у нас было, за неделю всем сообщили. У нас было несколько особо выступающих, как Эрик Лори, Эрик Томас и так далее. Мы им позвонили на неделю. Это заняло всего одну неделю, все это подготовилось. У нас было 20 тысяч человек, которые на нас смотрели. И почему это возможно? Потому что люди адаптируются очень быстро к нынешней ситуации. И я хочу, чтобы вы об этом вы это понимали, потому что мир меняется. И вопрос в том, меняетесь ли вы, также адаптируетесь ли вы к этим изменениям. Что вы видите по поводу будущего? Я говорила с многими предпринимателями, некоторых есть сотни работников, и они мне сказали, ты знаешь, я не знаю на самом деле, стоит ли мне продолжать выплачивать всем офисам, зачем мне целое здание арендовать, зачем это надо, все равно все работают сейчас из дома, это работает лучше, когда бы это ни было, так что это есть изменения в коммерческой недвижимости, изменения, которые в общем происходят в бизнесе, все эти мелкие бизнесы, владельцы мелких бизнесов, которые вдруг поняли, что, черт, если я не получу, у меня не будет доходов сейчас, я не знаю, на ближайшую неделю у меня банкротство, я не смогу платить своим работникам. То есть точно происходит изменение, однозначно. Несколько лет, на несколько лет вперед подумайте, что через 4-5 лет мы действительно будем так вот разговаривать, таким образом, через экран, вы меня видите на экране, и вы на экране, я вам скажу, что произойдет в это время, и через 4-5 лет. Вы будете сидеть друг против друга в голограммах. Вы будете видеть голограмму. Я как будто пишу у вас в салоне, будете пить кофе. Вы кофе, я кофе. Вы у себя дома кофе, я у себя дома кофе. Если думаете, это невозможно, это вас тоже в Дубае у нас есть шоу Майкла Джексона. Майкл Джексон выступает как голограмма. Голограмма, то есть я на своей танцпорте, вы даже не видите, знаете, как голограмма. Выглядит абсолютно реально. Технология уже находится здесь, она будет доступна. И для домашних условий, первый плоский экран, который появился, все хотели плоский экран, LCD, и он был дико дорогой, но потом через 2 года у всех уже есть плоский экран, то же самое с телефонами. Я не знаю, смотри, какой маленький стал мобильный смартфон, правда, сумасшествие. Так что все это одно, что происходит. Что будет онлайн, что будет цифровым, все цифры, которые были... Все прогнозы для электронной коммерции, то, что было на 2030 год, это уже произошло в прошлом месяце. То есть, получается, мы на 10 лет обогнали время. И это про то, в этой ситуации. Еще кое-что. Я говорю сейчас с вами по-английски. Двое из вас могут говорить на английском, некоторые говорят на арабском. Но мы все собрались вместе на английском языке. Мы говорим на английском языке.
Я вам хочу сказать следующее. Я думаю, что через 4-5 лет с вами я могу говорить на немецком, на родном языке, а вы будете слышать меня на вашем языке. Например, в России находитесь, не знаю, во Франции находитесь, в Германии, в Испании, в Израиле, в Дубае. Это даже и не важно. Вы будете слышать меня на родном языке. Если вы это не верите, уже сейчас есть аппликация на вашем телефоне, они это делают. У вас есть аппликация на телефоне, вы можете говорить на иврите, и это переводится на китайский. И есть куча, конечно, сейчас есть какие-то задержки в потоке. Подождите 4-5 лет, и очень быстро вы увидите, что у вас есть наушники без провода, если они еще будут доставать, и будет живой перевод. И больше не будет этого барьера. Так что вы понимаете, мир меняется. И старые виды бизнесов, они уже не такие сильные, как когда-то были. Например, если вы думаете открыть сейчас розничный магазин, это очень плохая идея, я так считаю. Я пытаюсь вам сказать, на самом деле, потому что сетевой маркетинг и конкретно компания GNS – это бизнес, который опередил все другие компании. Если вы смотрите на то, что машина, что прибор сделать не может, это искусственный интеллект, готов многие работы сделать вместо нас, но ни один компьютер, ни одна машина вместо нас может сделать три вещи. Первое – эмоции, передать отношения с людьми и творческий подход, понятно? Творческий подход – это интересы всех людей, например, парикмахер, косметолог, эти работы выживут. Но эмоциональные отношения и создание отношений с другими людьми – это между людьми, как говорится, существует. Это гормоны, эмпатия, симпатия и так далее. И это именно то, где мы находимся. Электронная коммерция будет первой на планете. Люди уже привыкли сейчас онлайн общаться. Они не ходят уже в магазины, правда? Заказывают в магазинах и приходят на дом. Это то, что мы сейчас видим. Что делает GNS? На самом деле мы занимаемся электронной коммерцией. Мы занимаемся электронной коммерцией, потому что вы дома занимаетесь онлайн, вы все занимаетесь онлайн. Но мы должны создать отношения с нашими клиентами, с нашими партнерами, дистрибьюторами и так далее. То есть вы понимаете, мы в такой ситуации, когда мы достаточно непросто, мы должны строить отношения. Я не хочу вам представлять цифры, но за последние 3 месяца, например, в моем бизнесе, я лично утроил свой объем бизнеса своего. И я говорю о второй теме сегодняшнего беседы. Я хочу, чтобы все поняли, насколько сильная эта ситуация. И у нас есть инструмент в наших руках, и все хотят этот инструмент. Сейчас давайте поговорим о дублировании. Дублирование, на самом деле, я хочу с вами поделиться некоторыми идеями с вами, которые я делился когда-то на большой сцене, выступал, по-моему, это было на последней конференции, это был когда был урок, говорили следующий уровень дублирования, если там были песни, наверное, помните, дуплюкейт, если у вас там не было, не страшно. Просто на YouTube можете найти эту песню. Но сегодня, без того, чтобы я пел, без того, чтобы мы, как бы, пели, все обнимали, как делали на конвенции, тогда давайте говорим об основных ключах и о том, каким образом работает дублирование. Дублирование, на самом деле, есть 3 основных правила. Первое, вы думаете о дублировании, и мы все хотим дублировать, просто хотим дублировать. Первое правило – не важно, что работает, понятно? Не важно, что работает. Если вы лучший агент по продажам, если вы лучший психолог, если вы потрясающе обзваниваете людей, то замечательно, не важно. Может для вас работать, но самое важное – это дублировать. Вы должны делать только те вещи, которые будут дублировать. То есть вы должны научиться навыкам и уметь научить этим навыкам других постепенно. Второе правило, и это я говорю, у нас сетевой маркетинг основанный на навыках. Если вы хотите дублировать, вам надо стать профессионалом. Если вы не умеете что-то делать, вы не можете и другого этому научиться, потому что мы говорим о 3 вещах. Первое – это вы учитесь всем навыкам, вы учитесь, как это делать. Затем вы это учите, преподаете другим, а потом вы учите, как учить. И когда вы способны учить, как учить, тогда вы уже вне игры, понятно? И тогда уже есть дублирование, и тогда уже все будет побежит само по себе. Вы сами учите, вы учитесь, а потом вы учите, как учить. Третье. Это не пытайтесь переизобретать колесо.
следуйте системе работы системы. И не важно, на каком языке, кто ваш оплан, кто ваша команда. Вы берете, например, систему от DNS. Нет системы, эта система доказана. Зачем ее менять? Вы же не открываете Макдональдс для того, чтобы, там, не знаю, там, продавать. Так вот, я вот Макдональдс открыл, я там пиццу буду продавать. Потому что это и работа против системы. Там продают гамбургеры, правильно? Когда такое происходит, выходишь, надо перезапустить колесо. Не надо перезапустить. Кстати, о колесе. Позвольте показать вам колесо дублирования. Таким образом, я делаю колесо дублирования, и все основывается на обучении, преподавании и учить тому, как учить. Это 5 шагов. Давайте сейчас поговорим об этом. Первая вещь, то, что вы делаете. Первое – делать. Окей? Просто делать. Первое – конкретно просто делать. Вы должны делать. И это часть обучения. Потому что только, когда вы учитесь, только учитесь. Вас не предлагают, если вы применяете. Когда вы делаете, я имею в виду, вы конкретно это делаете. Вы контакт, вы зацепляете, а вы посылаете им презентацию. Вы делаете сами презентацию. Вы... Вы делаете все базис по маркетингу, все это делаете, понятно? Потому что вы можете только научить тому, что вы сами делаете. Позвольте вам конкретный пример. Если вы хотите стать executive, что вам надо делать? Вам надо подключить одного человека справа, одного слева, вы знаете. То есть вы, например, подключаете одного справа, одного слева, у вас есть. Это первый шаг. И только если вы это сделали сами, тогда вы сможете начать шаг номер два показывать. Это можно сказать. Так, позволь мне тебя научить. Я подключил своих первых, так сказать, первых людей. Я умею, теперь я могу тебе это показать. Первое, учитесь сами. То есть вы делаете это. Второе, вы начинаете показывать, то есть обучать. Только вы обучаете, только вы показываете, каким образом это работает, это первый шаг дублирования. У меня есть один справа, один слева, я стал экзекьютивом. Позвольте мне показать, как вы можете стать экзекьютивом. Вы показываете с этим человеком, как стать экзекьютивом. Этот человек учится этому, и есть бизнес-план, который у нас есть, здесь программа поощрения, которая у нас есть, основана на экзекьютиве. Просто рангов. Первый ранг — это executive, второй ранг — это у нас джейн, правильно? Так что, чтобы стать джейн, надо иметь 4 executive. Потом стать перл. Как стать перл, когда у вас 8 executive. Потом вы стать fire. Как стать fire, когда у вас 12 executive. То есть, получается, вы сделали работу 12 раз. И если вы сделали 12 раз, у вас есть 12 executive, вы можете показывать другим людям, как стать fire. Это понятно? Потому что вы это сами сделаете, вы можете сказать. Лучшее, что я вижу в сетевом маркетинге, это когда люди говорят, да, я покажу тебе, как стать рубиновым директором, а они сами первым, на самом деле. И как бы, ну, и море, конечно, это одно, но если сами люди не сделали, как бы мне это показывают. Чтобы, например, не показать, как стать Джейн, потому что я перл, как бы, я даже могу показать, как стать перл. Позвольте показать вам, позвольте также показать вашим людям и показать еще раз эти люди, как стать джейдом, и потом, когда точно будет сапфайр, понимаете? Когда будет сапфайр, то такой процесс, как это работает на самом деле. Следующий момент. Показывайте, как это работает. Вы еще одно показывать, это не значит, я тебе говорю, как это делается. Нет, смотри так, на самом деле, смотри, как я это делаю. Это вы кого-то научите, например, приглашу по телефону, я должен показать, как я это делаю. Понятно? Я говорю кому-то, слушай, составь свой список, вот мой список, и показываешь мой список, как ты его написал, как твой список выглядит. Понятно? Не делай, не работайте с теорией, теория не работает, только практика работает, практическая часть. Так что в этот момент, как только это сделано, вы говорите, так, это телефонный звонок, как я обманываю, теперь твоя очередь. И потом вы наблюдаете. Наблюдаете, это значит, вы смотрите на человека, и вы там для того, чтобы как бы помочь этому человеку. Понятно? Например, как бы
говорить кому-то, сделай свой первый звонок. Ты что-то когда делают, вот тебе телефон, позвони. Но если есть что-то, в какой-то момент ты чувствуешь себя неплохо, просто дай мне трубку, и можешь сказать, слушай, я тут новый в этом бизнесе, но по бизнес-платформах, ну, ничего, если он быстро как бы, если не пользу, я спрошу у Фабьена, тогда я буду смотреть, как это делать. Если, но я буду делать 10, 20, 30, я хочу, чтобы вы наладили, чтобы вы в этом преуспевали. Надеюсь, что это логично. Это логично, не знаю. Это может и чет, это логично, если цифра 1, а если нет, просто скажите, это просто логично, и все. Это наблюдение. Наблюдение – это, например, это все равно, что стать чьей-то тень. То есть, как бы, я смотрю, как ты делаешь, и я там для того, чтобы поправить тебя, если нужно. Если вам это удается, и если я знаю, что все работает замечательно, тогда я знаю, что чувствуешь, что уже удобно, ты можешь сделать, это может занять неделю. Ничего за один день не произойдет. Это может занять месяц, может занять день. Зависит от уровня этого человека. Но если это будет работать, в следующий момент я тебе даю это делать. Сейчас я себя вывожу из этой игры. Понятно? Я даю тебе это делать. То есть, я хочу, чтобы ты сам это сделал. Я буду там, тут, там, если я тебе нужен. Но дублирование происходит, когда ты начинаешь работать сам по себе. Я тебе даю это делать, и затем самый важный момент, потому что вы хотите, вам нужно дублировать повторение. Что значит повторение? Повторение, например, у вас есть человек, да? Вы делаете то, что нужно делать. Вы показываете новому человеку, как это работает. Вы наблюдаете за новым человеком. Вы новому человеку даете это делать, а потом вы повторяете, то есть теперь они это делают, и получается цикл дублирования. Так работает дублирование. Надеюсь, это звучит логично. Так что пара вещей для того, чтобы... Особо важно, опять же, вам надо быть... Не говорить только делать, не говорить, что делать. Да, показывать им, как это делать. С ними не помогите кому-то, составь свой список, сядьте рядом с этим человеком, помогите ему составить. Не говорите ему делать телефонный звонок, это человек сделает, если вас там нет. Это просто люди, которые не делают. Вам надо вложить время на вашу дистрибуцию. Нет, это самые важные вещи. Опять, вы учите, как учить. Это часть дистрибуции. И для тех, кто хочет знать, кто сказал в начале, это песня, о которой никогда не надо забывать, так не забывайте, как работать дублирование, тогда вы можете найти меня на канале YouTube и ищите секрет дублирования. Это мой канал на YouTube Fabien Fitzer, и я вам, и я, это часть моего выступления, вы можете увидеть потом под YouTube, и тогда это просто останется у вас глубоко в памяти, как это действительно работает, дублирование. Я надеюсь, что я смогу вам помочь. Было очень приятно быть здесь с вами. Я возвращаюсь сейчас обратно к работе. Надеюсь, что у вас будет приятный день. И я выражу знания. Большое спасибо, ребята. Увидимся. Большое спасибо, Фабьен. Это было потрясающее удовольствие слышать тебя, видеть тебя. Я был бы рад, конечно, видеть тебя лично, в конечном итоге, но видеть тебя в Израиле, когда ты приедешь к нам. Большое тебе спасибо за наш. А сейчас сделаем еще один перерыв. И перейдем к диджею Ранкану. Ранкан? Мне нравится все. Он танцует. Я помню, это был шоу, когда все были на сцене и говорили «Дух, людей». Я помню эту песню. И все с вас ходили. Было потрясающе. Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Может, вы хотите знать, кто конкретно и вам сердце, кто хочет выиграть эти Айлен, Фаундейшн и Бронзе, да? Я готова играть в большую пару, мы будем играть в дифференции. Я готова это сделать. Я сейчас буду... Какой процесс? Я нарисую сейчас на потрясающей будке диджея. То есть я готова сейчас, если мы выйдем в течение, мы там будем играть в эту игру.
если вы смотрите на Facebook, посмотрите, готовы ли вы танцевать только шоу, и готовы ли вы выиграть. Это Джанет, так сказать, только представление. Мы будем ставим подходящую песню, и давайте готовимся начинать. Я всю жизнь практиковался, как это делать. Ну что ж, это будет два этапа, понятно? Я буду рисовать, как бы, пять, а потом продукты. Поехали. Вы видите, ребята? Нет? Может быть, отсвечивает? Не знаю, вам немножечко видно, да? Я нарисую еще что-то. Подождите секундочку. Обожаю вот это. Нужно вещи, понимаете? Я нарисую еще что-то. Секундочку. Вот, пожалуйста. Нет каких-то идей, что я рисую? Я не знаю, что еще нарисовать, чтобы вам помочь. Я надеюсь, что вы уже догадались. Я тут пытаюсь вам нарисовать, какого продукта. Я заканчиваю это. Вот оно. Резерв. Я надеюсь, что вы догадались. Идите, пожалуйста, кто-то из нашей команды Джанет вам скажется, чтобы вам сказать, что вы выиграли набор F. Возвращаемся к тебе, Даня. Спасибо большое, Рэнкин. Я не знаю, ты лучший диджей или лучший художник. Я прям не могу даже решить, что у тебя лучше получается. Я практиковался всю свою жизнь для того, чтобы так рисовать. Ну что ж, идем дальше. Один из сильных моментов Джанет Глобал — это технологические инструменты, которые предлагает компания. У компании огромный опыт в этих инструментах и в технологической инфраструктуре. Весь этот опыт и эти знания ввели в системы Джанет Глобал. Важно познакомиться с инструментами и знать, как с ними работать. И именно для этого у нас есть Луиджи Ди Сальво, который вас научит немножко о технологии. Луиджи, привет! Мы тебя не слышим. Нет, да я вас слышу. Я очень рада быть с вами здесь вечером. За то, что ты меня пригласил. Спасибо тебе большое. Да, конечно. Мы встречались с тобой перед Рождеством, помню, последний раз. И это было одно из лучших мероприятий в моей карьере в Джанет. Потому что я действительно чувствую новую энергию группы, энергии этого момента. И, Дэнни, ты потрясающе делаешь эти вещи, и все наши лидеры здесь, и они делают потрясающую работу, так что мне очень-очень нравится работать с вами и поддерживать вас лучшим способом. В этом университете, в этот момент я хочу с вами поделиться, я хочу вам показать, какие есть инструменты, которые вы можете использовать для того, чтобы поднять ваш бизнес на более высокий уровень. А мы вам предлагаем все, что нужно, как Фабиан сказал несколько минут назад, у него потрясающая была речь. Кстати, другие люди тоже хорошо выступали, у нас есть привилегия даже Холта Льюиса и других людей, которые выступают замечательно, и Кайл Копланд, наш президент в нашем регионе, и это потрясающее мероприятие, это собирает всех нас вместе. Так что большое спасибо Эль за эту работу, которая проходила за кулисами. Это замечательно
возможность и усилия для того, чтобы получить, вы можете получить прекрасные результаты. Мы глобальная компания, мы глобальное движение, и в качестве глобального движения мы предоставляем вам все лучшие инструменты, которые нужны для того, чтобы начать строительство и продвижение бизнеса, перевод на новый уровень. И, как сказал Фабиан до этого, вам не нужно, не нужно ничего нового знать, и вы должны просто работать, работать, еще раз работать, дублировать и учить других, как дублировать. И это была потрясающая речь. Позвольте вам быстро представить, что мы вам даем. В первую очередь, я хотела бы отметить, что у нас есть потрясающая маркетинговая команда, которая работает в нашем штабе и в Европе, и также в нашем регионе. Марк Петерсон, который является нашим главным маркетинговым директором, он был много раз выбирался как лучший маркетинговый начальник, директор этой области, и это гарантия для меня, для вас, клиенты, и об этом заявляет, и каждый предприниматель хотел бы, чтобы он консультировал Марк Петерсон, и каждый предприниматель хотел бы основываться на профессионалах, на идеи, на креативный подход и стратегию Марка Петерсона. GNS предоставляет вам лучшее. Также в области маркетинга. Давайте начнем с интернет-сайта global.com. Это наш главный сайт, где вы можете увидеть все о продукте. Вы можете на наш блог прочитать. И также у вас есть определенные страницы, где вы можете увидеть подсчет всех призов, которые мы выигрываем каждый год. Но я должен сказать, что день за днем и неделя за неделей я никогда в жизни такого не видел, потому что каждый раз, когда я прихожу на встречу, на следующий день будет. Оказывается, что вы получите 5-6 новых призов. Это потрясающе. И вы также можете получить все детали, данные о продукте. У вас есть цены, так сказать, и так далее. Но самая главная концепция — это то, что этот веб-сайт — это ваш маркетинговый инструмент. Этот веб-сайт, он переведен на много-много-много языков. Так что, если, например, если у вас есть друг, например, который говорит русском, вы можете ваш веб-сайт, веб-сайт, адрес дать вашему другу, который живет в Франции, и он может почитать всю информацию на французском языке, и это потрясающе. И также у нас есть расширение для этого веб-сайта, это sharedgns.com. Sharedgns.com — это маркетинговый веб-сайт, где все дистрибьюторы по всему миру могут поделиться с с друзьями, другими какими-то приятелями и информацией о компании GNS. У нас вместе мы сделали для вас потрясающие видеоролики, подготовленные, очень эмоциональные и приятные, с которыми легко обращаться к людям. Пожалуйста, не надо переизобретать колесо, потому что сейчас вы должны это использовать для того, чтобы вы должны понять, где вы находитесь. Используйте это. Вы должны использовать инструменты. И у нас есть gns.com, sharegns.com. Это потрясающе. Это все маркетинговые инструменты, которые вы можете использовать. Этот бизнес становится наш бизнес легче, когда мы их используем, и легче строить. У нас есть журналы, переведенные на многие языки. У нас есть, так сказать, если вы читаете, например, пьете кофе, и вы можете с легкостью взять в журнал, вытащить, например, вы можете, так сказать, есть гениальная аппликация, которая называется GNS Play, и вы можете запустить это в вашем Android, в телефоне, и вы можете это, если вы ваш смартфон, например, или вы можете, и даже если у вас есть это в руках, так сказать, или у вас есть в каталоге этот продукт, вы тогда вы получите дополнительный телефон, дополнительную информацию по смартфону. Это как получается, чтобы это продвинутое, так сказать, это реальность измерения. Я такого раньше не видел. Это только начало, и это начало успеха. Это момент только начинается. Следующий слайд, пожалуйста.
J-Mobile. Это лучший ваш друг в создании бизнеса с точки зрения инструментов, потому что есть J-Mobile, тут же есть возможность в вашем смартфоне. Вы система задействования, вы можете запустить, и это потрясающее средство, потрясающее, потому что вы можете всегда обнаружить любой вид бизнеса, сколько баллов вы заработали, какие бонусы, сколько вам нужно надо заработать для того, чтобы получить комиссионный объем, я говорил, как происходит продвижение, лучше продукты, например, вы именно по ставкам, об этом говорили тоже, сколько вы заработали на прошлой неделе, это потрясающая система. Это то, что называется, это система коэффициент полезного действия, того, что вам надо знать. Это все, это дает все, что нужно знать для того, чтобы быть в этом бизнесе. Если вы можете, можно доступ к новостям, к новым проспектам, к публикациям, послать видеоролики во Францию, на французском, у вас также есть доступ, и есть данные. Вы можете в Фейсбуке поделиться, в Инстаграме, чем, где хотите. Genes Global, все это можно найти, и у вас есть тут основные моменты, что происходит на рынке, например, какие-то новости последние, и даже есть mailbox внутри, у вас есть электронная почта, где можно получать сообщение, пожалуйста. Запустите, загрузите J-Mobile, это приложение, и начните гулять по этому приложению и использовать, потому что это лучший ваш друг для того, чтобы быть в бизнесе. Значит, знает, пожалуйста, и также у нас есть... Вы можете, так сказать, есть... Сколько, вы можете добавлять сколько контактов, сколько хотите, в социальной медиа, и... в смартфоне, и это потрясающе. Вы можете послать смс-ки, мессенджер, фейсбук, видео, например, и можете найти процессы, эти процессы продвижения каждого, если, например, они открыты или нет. И какой последний видеоролик, который вы послали, и это может быть, вы можете продвигаться, потом идти в процессе отслеживания, потому что это очень важно отслеживать, что происходит. Часто мы допускаем ошибку, мы встречаемся с человеком, даем ему публикацию, показываем продукт, показываем бизнес-возможность, а потом больше его с ними контактируем. А через пару дней звоните, говоришь, Дэнни, кстати, что-то обдумала об этом возможности. Это как это не работает, он может ничего не смотреть. У нас должна быть система отслеживания, и должна быть эта аппликация действительно помогает работать, чтобы все работало намного лучше. Следующий слайд, пожалуйста. Это некоторые скриншоты. Вы можете видеть в этих экранах, как замечательно графически построена у нас система. У вас есть контроль, вы видите, немедленно у вас есть немедленный контроль, вы контролируете ситуацию. У вас есть, например, если, например, GPS, вы видите, GPS, например, тоже одна из возможностей это продвижение. Вы видите, например, продвижение для даймондов, опять же, в конце июня, там, на какие строки, видите, следующее продвижение продукции, которое мы делаем, это потрясающе, это очень-очень здорово. И также у нас есть дополнительная потрясающая часть, отчеты, вы видите все отчеты, которые связаны с вашим бизнесом и с вашим, и, конечно же, есть также J-Mobile, так сказать, все, что есть, всякие виды приложений, просто J-Mobile, скачайте это приложение, выберите свой любимый язык и начинайте использовать эту аппликацию, это приложение, для того, чтобы обнаружить все курсы, которые вы можете найти в J-Mobile, и не забывайте дублировать. Учите людей, как использовать J-Mobile. Вы можете найти ваш J-Mobile в App Store, если у вас, например, iPhone, смартфон, или в Google Play, если вы пользуетесь Android, но у вас там телефон, и у вас другая система, операционная система. Это потрясающе. И следующий слайд, пожалуйста. Это очень, очень интересно. Интересно знать компанию, что компания вам предоставляет эту потрясающий этот инструмент, который вы можете использовать для того, чтобы построить ваш бизнес. И в лучшем месте, в лучшем, самом лучшем месте, в лучший момент. Лучшими людьми, лучшей возможностью. Пожалуйста, поднимайтесь в этом уровне, на этот рынок, развивайте свой бизнес, и
Я очень надеюсь, скоро, что мы увидимся с вами лично на мероприятии. И опять же, большое спасибо, Дане, за то, что ты предоставил мне возможность представить эти маркетинговые инструменты моим друзьям в Израиле, в вашей стране. И, пожалуйста, продолжайте, делайте потрясающую работу, которую вы делаете. И, надеюсь, скоро увидимся. Спасибо. Большое спасибо, Луиджи, спасибо, это было потрясающе. Спасибо тебе, спасибо, что ты поделился с нами. Я очень надеюсь, что мы скоро увидимся, действительно, мой, и потому что у нас есть столько, нам так здорово, когда мы встречаемся. Ну что ж, а сейчас переходим к следующему теме. Мир переходит, меняет места работы, то есть есть традиционные места работы, а есть работа отовсюду, можно работать даже из дома. Как создать дополнительный доход и основной доход от работы дома? Как это сделать правильно? Как это сделать успешно? Следующий наш спикер попытается нас научить этому и этому инструктажно. И следующий наш спикер — это Деннис Виндзор, главный директор по разработкам Genet Global. Деннис, привет! Приятно тебя видеть. Привет. Здравствуй, друг мой. Я очень рада тебя видеть. Как дела? У меня, на самом деле, все замечательно. Я в Америке, и я провожу хорошее время с потрясающими людьми из Израиля, так что спасибо, что вы меня принимаете. Спасибо, что пришел. Теперь слово. Я ищу свой кликер, я хочу попустить презентацию. Я не вижу, как я слайды переключать. Ну, я буду с вами говорить, я просто контролировать слайды. Большое спасибо. С вами поговорить о моей теме. Я думаю, она очень релевантна для всех, потому что мы все часть потрясающей компании. И очень интересное время на сейчас. У нас стоят задачи, потому что это непростое время, но они доказывают и обратно, что есть при этом и возможности, которые являются результатами именно этих тяжелых времен. И я, слава богу, слушал всех спикеров, и это энергия, и талантливые люди, потрясающие люди. У нас есть в Израиле, и мы можем успеть сейчас из дома. Я хочу поделиться с вами некоторыми ключевыми моментами, которые вы можете использовать в вашей дискуссии с другими людьми, и присоединиться сейчас к нашей команде. Сейчас потрясающее время для того, чтобы расширить организационный опыт. Я говорил о дублировании. Это окно возможности. Я хотел бы сказать, если вы перейдете к этому слайду, моя тема понимать знания. Это окно, это время, именно сейчас больше, чем когда бы не было в истории. 40 лет, я в Genet много, у меня когда-то были волосы на голове, то больше люди по всему миру осознают необходимость продвигаться и обосновывать что-то более финансово устойчивое. И сейчас и это понимание осознанности дает возможность. Называют это окно возможности. Больше возможности не будет. Сейчас все люди в мире, все это дома, они вынуждены дома. И если это с вами говорить, и они, у них есть больше осознанность, им что-то нужно, они поэтому больше настроены, чем разговаривать, больше настроены на действия, и это создает то, что у нас есть, как бы, это промышленность, это потрясающее развитие в этот момент, сейчас это промышленность, которая идет, как бы называется, давно. Люди, когда приходили, приходили и делились такими продуктами с этими людьми и говорили, что надо их и стали продавать. Сейчас есть развитие за последние 10 лет, и сейчас у нас есть потрясающая технология, есть осознанность, что вы можете иметь успех где-то даже себя дома, и это осознанность, которая должна, это правильная осознанность, вам нужен успех, у вас должна быть возможность даже сидя дома. Когда вы работаете в своей компании, у вас есть, может быть, хорошая карьера, у вас есть бизнес, но опять-таки есть слайд. Может быть, это сыграет кто-то. Вы не сможете предупреждать, когда люди оказываются дома, они понимают, что можно использовать, и именно сейчас привлечь внимание. Я думаю, что самое главное, это основные для всех посмотреть на компанию, доказавшуюся, то есть доказавшуюся технологию, когда
система. Слава Богу, мы по тренде создали систему тогда, систему, которая себя доказала. 10 лет прекрасно. И люди, когда спишут по интернету возможности, можно, они сейчас хотят улучшить финансовый доход и помочь семье. У них разные возможности. Есть потрясающее количество видов гаджетов, то есть всяких идей, которых можно подумать, но доказанной системой, доказанной себя системой, это то, что людям нужно. Им нужна ключевая, большая система, нужна платформа. А у нас нет платформы. У нас есть единственная платформа, как эта платформа во всем мире коммерции. И вот то, что это движение GNS, потому что это не просто продукция, это намного больше, чем просто община. Это не просто личное развитие, это все вместе, и это больше 140 стран, 5 офисов. И это более 30 языков и более 20 видов различных валют, которые проводятся эти подсчеты. У нас более 30 языков, как я сказала, что сейчас вы говорите с друзьями. Например, у вас есть в Африке, есть друзья в Сингапуре, а кто-то в Нью-Йорке живет, кто-то в России живет, или в Африке, не знаю, или... В Саудовской Аравии это не важно. У нас есть платформа с языками разными. И самое важное, я думаю, то, что у нас есть коммерция, и у нас есть система, которая переводит на разные языки. Люди могут говорить, да, мы сегодня помочь кому-то сегодня. Они могут говорить с друзьями. Система уже построена, не надо ничего выдумать. И надо сказать, что у нас есть срочность, так сказать. И если вы можете создать эти две вещи, срочность, несомненно, это создает путь из принятия, если не люди сейчас понимают больше, чем когда бы это ни было, что надо принимать решение быстро для того, чтобы и принимать решение и сказать, да, я хочу прийти в вашей команде, да, я хочу быть в этой компании, я хочу быть развиться глобально. Нет, я в Европе, я в Израиле, я в нашем мире, и я хочу создать свою команду. Вы знаете, в свое время это занимало, может быть, неделю, две недели, месяц, два месяца, людей, которые снять решение, они были заняты, они детей водили... То есть они руководили своим бизнесом. Сейчас у людей есть время, чтобы принимать эти решения, подумать об этом, чтобы своим партнерам сказать, наконец, да. Но надо воспользоваться этой возможностью. Все это просто. Моя личная карьера, например, 40 лет назад я приходился к этой промышленности в 80-е годы, то есть, получается, у меня огромный опыт. Я создавал, я точно так же понимал, как и вы. И у нас есть такие задачи. Время это было, как бы, были тогда, когда надо было создать организацию, систему, поэтому сейчас я был метром, так сказать, я в те времена начинал. Ну, надо все объяснять, что должно быть просто. Не фокусируйтесь одновременно на нескольких вещах. Я хочу вам показать, я вам хочу погубить. Если, например, я 75% времени, большую часть времени я занимаюсь, чем я занимаюсь? Я приглашаю людей потребить наши продукты или присоединиться к моей команде. Я работаю со своей командой, и я помогаю им, команде, расширить их команду. То есть остается еще 25% этого времени. Я провожу тренинги за этих людей. Я их руковожу и делаю как бы все то, что обеспечить просто. По телефону, по Zoom общаться, по FaceTime, не знаю, по любому. И просто просите
просите, да, потому что сейчас появляются возможности. 15, еще 5, 15 дней осталось для этого прохождения бонуса. Да, движет, вы можете делать этот бизнес, даже если вы начали, потому что вы можете делать в начале ранки уже сейчас достичь, вы можете провести квалификацию. Это можно сделать, но это продвижение Diamond Vision было создано для... Вы создаете этот бизнес, так сказать, вы создаете сейчас, и я думаю, что это работает будет на вас. И вы можете сделать продвижение, как сказала Люся об этом. Ваши люди, наши новички могут начинать сейчас. Им осталось несколько недель, они могут работать бонусы сейчас в этот момент, и в вашей команде тоже они могут продвинуться, повысить свой ранг, и они могут получить этот бонус. Попытайтесь повысить этот уровень, воспользуйтесь махнув возможностью. Я посмотрю, подождусь и скажу, что вы должны в это верить. Вы можете в это верить, вы можете не успеть. Это сейчас месяц июнь, первый 6 месяцев года, а потом мы переходим ко второй половине года, июнь, и до конца года, второй полугодие. У нас сейчас потрясающие вещи, как будут произойти в июле и далее. И на самом деле, и можно доходить в 2020 год с потрясающими результатами, и мы вас любим, я вас люблю, я просто не дождаться не могу, чтобы я лично становился, и ехать на мероприятие или в Европу, или в вашу прекрасную страну. Дэнни, как можно раньше, я хочу с тобой увидеть. Спасибо, что со мной сегодня поговорил. Дэнни, большое тебе спасибо. Это было потрясающе. Глобальное продвижение. И все. И я слышу, я хочу видеть тебя в Израиле. Люди очень положительно настроены и очень с нетерпением большим ждут этих встреч. Так что огромное тебе еще раз спасибо, Дэнни. Спасибо, я вас всех люблю. Спасибо, Денис. Наш следующий спикер говорит о планировании мечты и о их осуществлении. На сегодняшний день твоя мечта, которую поставил перед собой, он осуществил, осуществлял. Он продолжает мечтать и осуществлять, ставит перед собой новые вершины, новые достижения и всегда достигает. Месяц назад он стал трипл даймондом. Это очень большой, высокий ранг в нашей системе Genet Global. И он также доволен, счастлив, как и в первый день компании. Я счастлив представить вам трипл даймонда Дэниела. Привет, спасибо, что ты с нами. И сейчас слово тебе. Это Дэниел из Дубая. Я очень рад быть с вами здесь с вами говорите. Это потрясающая возможность, которая у нас есть вместе в Genet Global в этот момент. И в эти дни я вижу, какие мы потрясающие люди, занимающиеся этим бизнесом, какая у нас потрясающая есть возможность в Genet в этот самый момент. Мы смотрим, что было на последней неделе. Мир с ума сошел. Происходят изменения, совершенно беспрецедентные какие-то вещи. Но все еще наш бизнес выживает, и видим, это потрясающе, сколько бизнеса можно делать, бизнеса закрытого из дома. Изначально все испугались, да, как бы были, думали, боже мой, как это будет, мы не можем идти, наверное, на мероприятия, на конвенции. Вначале был страх, конечно, но в конечном итоге оказалось, что это потрясающее преимущество. Сейчас можно использовать различные медиа, например, Zoom, и по всему миру так вот перепрыгивать с этими медиами и общаться с людьми и в этом бизнесе, и продолжать строить платформу, и продолжать расти, и в этом и помогать людям. Я чувствую, на самом деле, что это здорово. И я хочу вам сказать, что замечательного в этом сетевом маркетинге и вообще на этом рынке, и это сочетание всяких вещей, потому что если, например, если вы видите, как очень важно, как строятся отношения между людьми, когда вы чувствуете это отношение, вы чувствуете, что вы получили как будто благословение, когда вы в этом бизнесе, тогда вы идете вперед, и тогда вы делаете правильный шаг, правильное мышление для того, чтобы ставить перед собой цель. И сейчас июнь, и действительно я верю сам, что июнь
может быть потрясающим месяцем, особенным, не только потому, что у нас есть продвижение и Diamond, это практически каждый человек в этом бизнесе может получить дополнительный бонус, дополнительную важность. Ну и также есть специальные наборы, которые и всякие преимущества, и бенефиты, которые с этим следуют. И вы можете знать, сколько есть преимуществ, сколько поощрений идут вперед, и сколько можно выиграть. И, кстати, вы знаете, что Diamond Vision — это как бы это продвижение, продвигается программа 2 месяца. И сейчас завершающий месяц, который даст максимально, вы можете достичь максимальное влияние. И это то, что вы можете использовать для того, чтобы у вас был новый уровень в вашем бизнесе. Как это работает? Сначала надо поставить цель. Это очень важно. Большинство людей не всегда ставят цель, потому что, не знаю, они, например, они не чувствуют, что это, они достигли этого. Но мы любим цели, потому что мы тогда, потому что мы думаем, как бы настроены изначально, что если мы мечтаем об этом, это не произойдет, что это просто только мечта. И люди поэтому люди не верят, на самом деле, что могут это достичь, потому что когда ты ставишь стандарт высокий для себя, тогда это становится твоим обязательным планом. Вот раз мы говорили себе, вот, мне надо было это сделать, надо было то сделать, или, например, и мы в конечном итоге мы только говорим, но мы это не делаем. Но это обязательно, надо обязательно превратить это в обязательство. Это мечта, это что-то обязательное, тогда это произойдет, потому что это обязательство, то есть это должно быть практически каждый раз, когда вы это достигаете. Сделайте это обязательством. Знаете, куда вы идете. Вы должны знать, как будет выглядеть ваш месяц. И потом говорите с вашими командами, люди, какие цели, какой бонус вы хотите дать, какие цели в конечном итоге. И планируйте это. Знаете, когда я планирую свой месяц, я всегда, у меня есть цель, большая цель, которая стоит передо мной. То есть какой объем продаж я хочу сделать, например, какого ранга достичь. А потом я думаю, так, какие задачи есть у моей команды, потому что ваша не только ваша цель, но и цель вашей задачи, вашей команды. И попытайтесь увидеть, как вы можете помочь вашей команде достичь этой цели. И потом, когда вы видите, это определяете, вы должны видеть, ваша команда должна видеть эту цель, должна видеть, как вы можете это достичь, потому что когда они это видят, тогда это можно и достичь. И это абсолютно имеет критическое значение. Так что мечтайте мечтайте о чем-то большом и прекрасном. Вы понимаете, почему у нас такая сильная позиция? Потому что когда есть концепция, когда есть продукция, вся эти поощрения, программы вы можете использовать с вашей командой. И кроме этого вы должны это обнаружить, планировать, и чтобы ваше пожелание стало обязательным, будет обязательным. Я знаю, что вы это можете, потому что все задают те же вопросы. Как можно это построиться? Что я могу сделать? Как я могу продвинуться? Как я... Даже, например, как моя семья может чувствовать себя больше безопасности. Не забывайте, что у нас есть глобальная платформа. Это не просто работа, как бы... это не только работать глобально, это еще и думать глобально. Вы можете говорить с людьми по всему миру, вы делитесь идеями GNS, показываете всем ваш план. И я порекомендовал бы вам, чтобы иметь, скажем так, ежедневный план действий. То есть что вы хотите делать каждый день? Например, не знаю, использовать продукты каждый день. Например, я хочу, например, увидеть результаты. И если вы используете продукцию, вы тогда можете это почувствовать. Это не просто как вы выглядите, или что станет там более счастливым, как вы чувствуете эту страсть, это заразительное счастье, чувство счастья, как вы используете продукцию и влюбитесь в продукцию. Потом, например, как говорить с людьми, показывать им продукцию и показывать им бизнес-план, продавать возможность продавать продукцию, делать каждый день, приглашать людей, чтобы они смотрели на наш потрясающий бизнес, на нашу промышленность, на нашу продукцию, чтобы поговорить, и потом, какой успех есть у Джанет в эти моменты, и потрясающе. Это потрясающее время, потрясающий момент, и вам надо, вы не должны упустить этот момент. Я вижу, что если вы сейчас, например, были бы здесь, в этом месяце, в следующем месяце, если сейчас будет работать тяжело,
вы чего-то достигнете сейчас, в будущее, ваше будущее, может, в будущем это взяло бы много времени, но вы, и это колесо, когда вы запустите его сегодня, оно будет крутиться быстрее. Никогда не воспринимайте это как само собой разумеется. Будьте вместе в этот момент, когда первые даймонды создаются сейчас. И представьте себе, большая часть рынка, может быть, не было тогда даймондов вообще в начале, то есть в Европе, на Ближнем Востоке. И с чего-то все начинали, и есть сейчас сотни даймондов по всему миру. ЦНС продолжает расти, и достигает своих целей, и становится крупнейшей компанией в мире, и которая будет зарабатывать, может, 3-5 миллиардов долларов. То есть представьте себе, как люди, которые находятся сейчас, и люди должны видеть, как они получат лучший ранг. И так что, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, воспользуйтесь сегодняшним днем. Я должен понять, что это намного больше, чем то, о чем вы можете мечтать. И вы должны знать, что эти шаги, если вы сделаете, они приведут к потрясающим результатам в будущем. Это не важно, где вы сейчас находитесь, важно, куда вы идете, где вы будете в будущем. Это важно, так что не раскаивайтесь, не опускайте руки, не будьте в депрессии, не огорчайтесь, если иногда бывает сразу не получается. Но если вы действительно посмотрите на себя, поймете, что вы понимаете бизнес сегодня больше, чем 6 месяцев назад, 2 года назад, потому что тогда будет намного яснее, что это растет все, хотя мы не всегда это ежедневно видим. И вдруг в какой-то момент вы достигнете цели своей, и тогда мой конкретный случай – это большой успех в маркетинге. И когда этого достиг, я даже не могу это понять. То есть просто произошло, и я смотрел, я думал, боже мой, это же надо, это просто безумие, какой успех. Уровень успеха, который достиг, это просто потрясающе. И 3 года назад я даже не мог поверить, что это возможно. И когда я работал, и я разрастался на ежедневной основе, разрабатывал в себе внутреннюю дисциплину и стал человеком, который создает результаты, в конечном итоге таким образом помогаешь многим людям достичь их результатов и сам достигаешь этого. И в этом весь бизнес. Так что это только посыл мотивации, это посыл на, это посыл вдохновения. Я верю в вас, я верю в ваш регион, я верю в возможности в эти времена, и у нас есть потрясающая возможность. Так что давайте скажем Нику всем. Я очень горжусь вами. Всего вам хорошего. Большое спасибо за то, что дали выступить. Спасибо. Спасибо, Дэнни. И поздравляю тебя еще раз. Ты теперь трипл даймонд. Это потрясающий ранг. Просто замечательно. Молодец. Просто молодец. Ну что ж. А сейчас часть, которую я очень люблю. Это наша возможность признания сейчас, признание усилия наших дистрибьюторов, которые достигли достижений в нашем бизнесе, результатов. Шанс поблагодарить их и воздать им должное уважение. Давайте начнем с признания дистрибьюторов, которые дошли до ранга Джейд и выше за последние полгода. Ну что ж. У нас есть 2 новых джейдов за последние полгода. Михаил Эрлих и Михаил Пелед. Поздравляем вас. Перейдем к новым Перл. Новым рангам Перл за последние полгода. У нас Лиад Хай. Поздравляем, Лиад. И переходим к новым рангом Сапфир. Сапфир. Последние полгода здесь у нас есть София Фанитки, которая дошла до ранга Сапфир. Молодец. И у нас также есть дистрибьюторы из палестинской автономии, которые тоже находятся с нами в этом бизнесе. И у нас есть Анас Акбар. И у нас есть Ибраим Сиам. Аса Оде и Мухаммад Шакур, Дуа Сиам, Дуня Абуалява, Абдул-Азиз Савайти, Асил Аль-Хатиб.
Молодцы. Просто молодцы. Все, которые дошли до ранга сапфир за последние полгода, поздравляем от всего сердца. Продолжаем. Те, которые сапфают сапфир 25 в этот период. Но есть Джамана Джадала, Аридж Абу-Кавил, Амад Гандел, Алла Сабана, Батул Хашаш, Мухаммад Альстаг, Самия Мухаммад, Ибраим Альдани, все эти люди достигли уровня сапфир 25 за последние полгода. У нас даже есть новый элит, уровень сапфир элит. У нас есть ряд и Мухаммед Скайк, Фирас Абуаси, и у нас даже есть рубиновый директор, новый рубиновый директор в палестинской автономии. У нас есть Назми Наффа и Шади Аль-Зауани. Молодцы, молодцы все наши победители, всем, всем вам молодцы, поздравляем, что вы достигли этих высоких рангов. Я предполагаю, что через полгода, когда мы сделаем новое мероприятие, мы увидим этих людей, которые уже будут, наверное, в топ-борде, и многие-многие люди, новые дистрибьюторы, которые к ним присоединятся, и они получат ранги от Джейда и выше. Мы сейчас завершаем наше мероприятие. Мы только хотели бы поблагодарить всех наших спикеров. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом мероприятии. Спасибо всем спикерам, которые посвятили свое время и поделились знанием и своим профессионализмом для того, чтобы быть с нами, чтобы нас научить и нас проинструктировать. Я хочу поблагодарить вас за время, которое вы посвятили, за ваше внимание. Надеюсь, что вы научились, что вы взяли для себя полезные какие-то, научились полезные вещам из этого инструктажа. Спасибо, желаем вам приятного вечера. И если вы не соблюдаете субботу, тогда начинайте уже сейчас работать еще больше для того, чтобы достичь ваших целей. А кто даже соблюдает субботу, на исходе субботы уже можно работать. Так что большое спасибо всем и увидимся на следующем инструктаже. До свидания.